Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас... Здравствуйте все, всем добрый вечер. Сегодня у нас интересная тема, касающаяся абсолютно всего населения, всех людей этого мира, этой планеты Земли. Соответственно, сегодня очень важно нам узнать, что же происходит на сегодняшний день, какие состояния по финансовым энергиям нам сегодня даны, и пройти в опте их необходимо, и проработать как-то многим. И насколько сегодня ситуация с деньгами активна в матрице, мы сегодня узнаем. Поэтому жду от вас интересных вопросиков в плане только денежных эквивалентов, денег, все, что касается денежных программ. И, пожалуйста, без личных вопросов. Всех приветствую, очень много знакомых лиц. Опять же, хочется сказать, что за интересный вопрос будет приз. Приз формата того, что я тут же вам посмотрю вашу вибрацию, вашу резервную вибрацию и в каком состоянии на сегодня вы в переходе. Перешли, не перешли, либо есть доступ. Поэтому, пожалуйста, самые глубокие вопросы, самые интересные жду от вас. Так, Катюша, я вижу, что ты пишешь уже, как скоро уйдут деньги, их почти не стало, остался только электронный мир на самом деле. Тут, в общем-то, электронные деньги, они будут существовать, вопрос в каком режиме. Со мной хотела связаться Ирина Подзорова, связалась. Нет, со мной не связалась Ирина Подзорова, поэтому не было таких информации. Ну что, начнем, вас уже много, и, соответственно, самый интересный вопрос будет сегодня, естественно, обозначен. И, кстати, по вчерашнему ченнелингу тоже не объявился человечек по вопросу, задаваемому также на приз, поэтому здесь тоже от вас ждем информацию. Лиды же кожу курботы, Димиша Машарбас, Храмашарпата. Я вас всех приветствую. Бих Мисинт или Миша же кожу курбошарпоты. Действительно, денежный носитель и денежная энергия – это основа. Лидах Маша же Масра Машархат. Без денег существования нет. И абсолютно все программы Бих Машарпат, программы Матрицы, Бих тоже курбошарпоты, активно работают с финансовыми носителями, даже Машарпаты. Абсолютно в каждой программе обеспечения, которую вы используете, финансовая энергия – это основа. Бих Машра Машарбата. Она ведет вас, она дает вам жизнь, активизирует ваши поля, эмоциональное состояние, осознанное восприятие и так далее. Лима шижукозых мита, мишижукозых мита, митинт или маша жукожу курбота. Что касается систем активности поля работы, мих машера масрбата. Сегодня у вас время таково, что бих маша жукурбота. У вас активно дих машер машхарбата. Строятся новые программы бих машера машхада. Они экспериментируются, они выдаются вам в материале для познания. И осознанные существа, бижукожу курмоста, дежукурбот шкода, активно работают на том, чтобы Big Master Bata проявить эти программы в своем сознании, соответственно, создать материал в своей матрице межгрумаш работы и нести обеспечение в этих потоках. Дима Сандемасхад, вы, наверное, многие заметили, что на сегодня Big Master Bush работа активно работает состояние новых программных обиходов, появились виртуальные деньги, они активно работают в виртуальном мире, это криптовалюта, межгрумашхад, это фондовые рынки, межгрумашхад, это ценные бумаги и различные Big Master Bush работы программы в виде пирамид разных форм, бихмашермады, как социальные модули программ, возникают в параметрах. Линзы Мишибаты, для чего же они даны, бижукожи курботы, и почему вы отходите от бумажных денег, как носитель в формате основы? Димиши жукожи курбоши жукодых мида. Вы выходите в цифровой мир, опять же, михмасен дамашкада. Это цифровой мир, он дан для того, чтобы бижукрумош работы. Вы не теряли времени, бихмасахад, не теряли энергии, бижукрумошходы, активно работали через цифры в носителях этих программ. Линзы Мишимашхарбаты. Поэтому зацифрованный мир, все матрица, мих мастер бата, и любая энергия, которая будет подаваться вам в системе обихода в виде программ, либо еще кожу курбота, она будет также зацифрована в основе. Их масса мата. Сначала у вас были денежные носители в виде бумаг, мужа кожу курбота, затем вы получали электронные карты, бих масса дамашхада, банковские структуры, которые на сегодня актуальны, мих масса димишер мастер бата. Скоро вы придете к тому, что по расчетной системе, даже к мастер бата, по оку,
То есть по глазу бихмашерпата, либо по отпечатку пальца вы будете проходить эти параметры. Либо код и носитель, который фиксирует ваши показатели на сегодня бихмашерпата, будет обозначен у каждого. Лендимишмада. Для чего эта система создана? Душгурмошерботах и мосербота. Естественно, для того, чтобы вы были в эффективной работе бихмасентимашерпасхарбата журбота. И были программные матрицы обозначены везде. Димасентимишхамашерпата. Это ускоряет процесс системы носители всех программ, даже кромошерпота, вы энергии тратите менее активно, бижи кожубашербас, харбашерпатах, тоже кода. Вы не тратите время на различные формы обихода, михмасхады. Цифровой мир позволяет вам более оперативными быть. Мы же кожукурмошу кода, потому что скорость системы сознания, она взращивает свои показатели и достаточно активно ведет поля основ. Что на сегодня происходит у вас и почему финансовая энергия дужукурмошежукозахмошработа на сегодня дает возможность вас бихмаса димишкурмошработы активизировать формы вашей осознанности, восприятия мишкурбата, либо эмоциональной проработки. Линзимишежукозахмитахана, то есть вы все, наверное, понимаете, что финанс как основная структура в третьем формате мишкурбата работает активно, бихмаса димишкурмошхада, и работает в чем активно? Бишкурбата. Если в третьем формате вы брали кредитные ресурсы, лидых муж и жукозых мита машакада. Если в третьем формате вы с помощью денег, мих мошах работы, выживали, не побоюсь этого слова, дамашкана, дабы накормить себя, божек работы, дать образование себе, детям, бижек и машарпата, выстроить свое житие, накупить жилье, питание и так далее. Мих масахада, вопрос выживания, бижек и работы. Форма жизни, наслаждение. В основе дых машарпата предполагается в системе четвертого поля программ. Бих масарбаш, харбаш и жук работы. И в третьем формате выходили за заработными платами, наверное, помните это время, лима шукуж курмош работа хада, получали денежные эквивалентные бумаги, бихут уже курбота, ими рассчитывались в магазин, ходя опять же в основе. Линдах мосенти мишермада, опять же время, опять же энергия. Дота Мисинтемада. Почему создали сегодня новые базы Михмашербошхрбота? И почему они на сегодня актуальны? Бихмашербота в виртуальном мире, в мире виртуальных денег. Михмасандимишхада. Новые программы, новые базы, написанные программы, которые даются вам бижукрумушхода. Минимально потратить энергию в своих исходах. Михмашхада. Время затраты, мужукрумот ухода. Осознанное восприятие мира совсем другое. Цифровой мир опять же. Лензи Мишижукозах Мита Машермасхада. Что касается финансовых систем, пирамиды, Межукурбошхурбота и прочих бихмасахана, программ, которые на сегодня выходят во времени, и они новые для вас. Михмашермашхурбат. Естественно, идет эксперимент, потому что переходное состояние программ, Лидах Мошижукурбота. И многие используют цивилизации в своем исходе Межукурбошхурбота, дабы Душукурбота попробовать вас в состоянии осознанного восприятия этих исходов, программ обеспечения Душукурбошхурбота, чтобы сознание принимало эти качества формы, чтобы рассчитывала программное обеспечение, соответственно, применяла в своей работе. Эксперимент, опять же. Линзы Машакана. Более осознанные существа рассчитывают программы, даже курботы включают параметры основ, осознанно продвигаясь по параметрам в качестве основы эмоционально, не привязываясь к этим формам. Лидах Мошерпота ведут этот путь и, соответственно, получают благо и ресурс. Мошерпота уже в переходе. Михмасантимишрбата. Те, кто души находятся в переходном состоянии, еще впадают в эмоции от состояния системы финансов. Бихмашерпашхарбата. А финансовая энергия в деструктивном в полях она достаточно активно прописана для вас. Линзы мошежукозых, миты митинтежукур мошерпоты. Соответственно, если вы еще цепляетесь вниманием, осознанностью в эти формы димашежукозых, мошерпоты, масхат, то есть не идете в потоке, соответственно, у вас есть недоработанные материалы. Миша мошерпат, это не значит плохо или хорошо, это есть как истинное состояние. Бихмастер мошерпата, соответственно, бижукур мошерпоты. Вы живете по памяти старых программных обиходов, программ того, что клетка помнит, память есть, мишекужукур мошерпоты. Соответственно, страх эквивалентно эти состояния основ тоже курмода, они периодически возникают в вашем сознании. Бихмашахарбат. Это примерно так же, как в военное время ваши предки вспоминают. Мужикурботы хранят в погребках бихмасарбат различные консерванты. Дужикурмошурбота запасают картошку, морковь и так далее. Бихмасхада. Что за программа? Бижикурбота. А это программа, которая дана бихмасхаду в определенном времени сохранение памяти клетки, естественным образом сохранять свои параметры. И до сих пор ваши предки латают эти программы. Бижирбата. Вы находитесь, если молодые, дужикурмошурбота, в новом времени, соответственно, вы уже не используете этот источник, и это норма. Михмашер машхада, потому что в каждом времени свои параметры, свои программы, бижикурмошхурбота, свои деньги, в конце концов. Михмасрбата, деньги бумажные, бижикурбота, сначала это был товар в обменном поле, в матричном основе, бижикурмошхурбота, когда товаром обменивали за услуги, за созидательные поля, бижикурмошхада, эти коды расписаны в состоянии определенного времени. Линзамошхурбота, затем появились бумажные деньги, которые также достаточно долгое время вы
обиходе имели свою функциональную работу. Алиенцы Мишижуко Захмита Машермада. На сегодня у вас банковские карты. Алиенцы Машерпада. К вам тоже было тяжело привыкнуть в Михаил Шуркож Курбостен Тамашхаду, но при этом вы все привыкли, все Бижика Машерпада. Активно используйте сотовые телефоны, Бижи Машерпада. Программа банковских систем, Дыхмошурбот, электронные карты, как носитель, основной источник. Алиенцы Хунамосенти Мишижуко Захмита Машермана. Что происходит дальше? Алиенцы Хмисенте Лимасрабада. Вы получаете сейчас новые программы. Алиенцы Хмасенти Мишижуко Курбота. Новые программы, они разной формы, Бихмашербата, они абсолютно разного инструмента в носителе имеют свои подачи. Алиенцы Машербата. Но при этом и виртуальный электронный мир, Бишкурбота, денежного эквивалентных баз, Михмасенте Машербата, вы используете по-разному. Даже Курмодах и Мосхода. В зависимости от того, какой уровень сознания позволяет вам респектировать эти формы. Димасенти Мишикада. И коль это основной инструмент и в третьем формате, и в четвертом поле, межикармашахарбасахарбата, дабы отработать вам эмоциональное состояние, потому как получили деньги, межикармашахарбата, обменное поле денежного носителя есть, у вас хорошие эмоции вырабатываются. Михмасандамашхады. Каждый человек, который вырабатывает благие эмоции, межикармоды взращивает показатели Гая в целом в основу и, соответственно, своим аналитическом коде. Ленцами шишукозах митами синтужукармоды. Нету денежного носителя, соответственно, деструктивная проработка. Страх, основы и прочие-прочие формы. Дима Симашхада, формат третьего ресурса программ. Вижу Курмошрбота. И вы сегодня в переходе Михмастенда Машрбата. Соответственно, либо впадаете в страх, либо идете по потоку. Согласны со мной? Миша Жукозак, Мита Мисентали Машрбата. Как же работает энергия денег, Хинаса Машрмасхарбата, и как она работает на уровне сознания, в том числе на эмоциональном плане? Линзу Жукурбостенди Мишхада. Все очень просто. Михмошрбота, ваша вибрация, Михмастербата, ваша целостная работа – это основа. Линзы Машрбота. Сколько вы в фундаменте вибрации держите, Мишкармат, настолько программы работают с вами. Бижикарбашхарбат. Настолько эмоциональное состояние воспринимает этот путь, Мишкармашхарбат. И настолько вы в эмоциях находитесь в потоке. Линзы Машхада. Вы зададите сразу вопрос, Михмашрбашхода. Я в переходе имею 10-200 параметров основы до Машрбата, но у меня финансовые потери на сегодня для меня, Бихмашрбата. Я обнулена. Алихтунзу Мода. Время перехода, опять же. Мишика Машерпада. И с помощью этих виртуальных программ, линзами тоже Курмошербосхарбата, система цивилизаций, ведя эксперимент с вами, бежу кожу курмош работы, определяет инструменты в работе, вы в матрице подсознания берете именно ту программу, которую сможете в источнике создать в своем поле. Мих Машербата, то есть осознать, прочитать мужик работы и применить в своей работе. Линзы Машербата, поэтому каждый выбирает свою программу. Дужу курмош хона, кто-то идет в пирамиду, кто-то в фондовый рынок, кто-то в криптовалюту. Мих Масахада, сейчас баз будет массово возникать. Ледохуну Миша Жукозак Мита Машрахарбасарбата. И каждый берет базе по вибрации, по активному полю расчистки материала сознания. Линзы Маша Жукурбота. Что происходит дальше? Коль время информационное сегодня, линзы Миша Машрахарбасхана, коль цифровой мир, в том числе финансовом носителе, бижу кожу курмошрбота, идет экспериментальная работа, соответственно, бих машрбата, вас экспериментируют в прямом носителе этого слова. Димаша Жукожа Курмоша Жукозак Мита Мада. Как экспериментировать? В первую очередь, система вас опробует на созидательной основе. Насколько вы стойки в своем формате? По состоянию ресурса тела, бжикужукурбота по эмоциональному центру, насколько испытываете гармонию, насколько ресурсно вы можете прокачать информацию в знаниях. Мишрбата, принять ее, обработать и, соответственно, создать. Дом Сентимиша Хурбота. Те люди, которые берут источник вроде единых программ, Бихмастер Машербат, например, какая-то пирамида финансовая, даже Кужу Курбота, вы ее берете, Бихмастер Харбата, заходите в эту программу, либо справляетесь, либо нет. Миша Хурбота, не справляетесь, значит, уходите в эмоциональное состояние деструктивной проработки, если справляетесь, соответственно, получаете актив. Лимсах Машербата. И в каждое время эти программы, они будут то выстраиваться активно, то затухать. Мужик Курмашхан, засыпать, так сказать. Лимсах Хурбота, обнуляться, потом опять эти энергоформы будут возможны. Для вашего обихода. Определение времени, божи курмош работу, каждая программа свое. Линза муша жукозах машикана. С учетом того, что сейчас переход, активные базы, бихмашер машхарбата, фондовый рынок, он нестабильный. Бихмашхарбата идет то активное снижение и слабое повышение. Бишка машхада, криптобаза то же самое. Бихмашхарбата машхада, активно снижаются параметры. Почему? Я объясню. Линза жукозах, уже не говоря о пирамидальном образе. Линза муша жукозах мета машхарбата. Время перехода. Первый этап переходного состояния, бихмашхарбата, вас начали нагружать информацией. Линзы Машермасхарбата. Информация вакцинации, информация финансовая. Дуже Курмошурбосхарбата. И многие начинают тревожиться, эмоционально уходят в сброс межкурмоты своих эмоциональных невзгод. Лидах Машурбат занижают свои параметры, заземляют, соответственно, матрицу выхватывают по этим же программам, по низким полям. Линзы Машурбота испытывают источник негодования в истоке. Мих Машиж Масхарбашарбат. Начинаются какие-то обнуления, какие-то закрытия программы, прочие-прочие формы. Лежа Рубошурбота. Многие уходят в наблюдателя, как будет, так и есть. Мих Масхармашкада. И достаточно
небольшой процент системы осознанных существ, шукурмошка кода, которые находятся сейчас в наблюдении, и эксперименты с этими источниками достаточно активно идут в потоке Мижика-Машипата. И многие сознания, они перешли в Жукурмоды, справившись с этими основами. Линзы Машир-Масхарбата. Но это все игра, вы должны понимать. Мижика-Машир-Масхарбата. Но если вы в этой игре финансовых потоков переходите в 4D формат, Миф-Масхарбата, энергии работают этого формата в программе только на состоянии созидания. Лима-Машир-Масхарбата. Если, например, состояние кредитов, как программа, имеется в третьем, четвертом формате Мижика-Машир-Масхарбата, то на созидательные основы, да, вы получите этот кредит, Мижика-Машир-Масхарбата, но вы получите на качественное существование, на качественной основе, и вам не будет нагрузно идти. Линзы Машир-Машихода. Если вы получите кредит в состоянии третьего формата, то вы будете находиться в страхе Бижика-Машир-Масхарбата. Естественным процессом будете испытывать постоянное негодование, дабы себя прокормить Машир-Машир-Масхарбата. И вы все проходили этот опыт и знаете его. Мишикарбата, долги, кредиты, обязательства, страхи и так далее. Михмасхана, опять же, такая матрица. Дом Сижукозах Митамашакада. Почему такая матрица и там, Дужукужукурмошрбот? Потому что деньги – это основной источник программного обеспечения, который позволяет человеческому существу работать эмоционально. Активно Дужукурмошрбот, либо на качестве структуры, либо на деструктивных модулях. Мишрбата – инструмент отличный для того, чтобы вы вырабатывали энергию. Представьте, если бы все были в спящем состоянии, вырабатывая энергии, эмоции Бижукурмошрбот, зачем бы мир строить? Линза Машахада – это основная энергия, которая вам позволяет здесь сейчас существовать. Мижик Машхада – вопрос в другом состоянии. Михмасан Димишрухада, в каком состоянии находитесь вы на сегодня? В какой вибрации, в каком осознании, Бжикмада, в каком эмоциональный центр у вас проходит, Мишкурмашхода, как физика ваша не затемляет ли параметры основ? Либо Шимашхад, это все называется целостной работой. Линзы уже работают. И на сегодня вы задаете много вопросов по поводу тому, Бихмашер Машхарбата. Почему я говорю о том, что финансовые структуры нового поколения, программ Бихмашер Машхарбата, они активно не дают вам качества. Они действительно активно дают качество. Вы создаете новый мир, Вы создаете новые форматы программ системы виртуальных денег, с которыми вы можете вести обеспечение работы. Вопрос в качественной форме. Где вы находитесь? Михмасахада. В переходе сложный процесс. Согласна. Михмашир-Машхарбат. Потому что вы находитесь на формате между Бижикур-Машхарбат, между пространствами Михмасахарбат. И вы используете Бижикур-Машхарбат, матрицу обоих программ. Донцы Мишу-Жукозах Митамада. Сложный процесс. Справится сознание, справится. Справится ли эмоциональный центр или нет? Мужик-робот возьмет ли осознанность эти качественные формы или нет? Это также Бихмастра Машербата, состояние сонастроек ваших полей, сможете ли вы справиться дальше по качеству. Почему? Линза Машер Машхарбат, потому что процесс человеческого сегмента, Дужукурбошхарбот, с учетом того, что вибрационное поле клеточного модуля активизировало в своей работе Мижикурмашхада, естественно, сознание восприятия во времени, оно будет другим. Лимасахада, скорость, Мижикурбата, активизация, Бихатужукурбота, знания в приеме активности форм работы и, соответственно, запуск этих форм. Лимасанта Машхада, представьте, какие вы должны быть Дужукурбота ресурсными, качественными формами, чтобы вообще прочитать эти программы, запустить в свои основы. Дихмас Антимитахада. А поставили массу различных форм программ для того, чтобы вам изменить этот мир, перейти в цифровую базу. Михмас Рабашапад. И вы многие боитесь этого слова. Цифровая база, цифровой мир, Божикурмашрухода. Почему он вызывает страхи у вас в основе? Линза Машахада. Это улучшает структурное состояние именно энергетической емкости вашего поля. Михмасрапад. Вам не нужно идти физически в магазин, приобретать товар Бишикурмашрбата, получать при этом денежный носитель, Божикурбот, ходить на работу. Михмасхада. Вы все можете сделать виртуально. Согласитесь, Михмашрмашрбата. Вы духрмоды. Самое ценное в человеке, Бихмашрхада, в прохождении пути это время. Бихмасхада, время никогда не вернуть. Лимшербошрбота. Я так много говорю сегодня о времени, потому что действительно его не вернуть никогда. Линзамишижукожукурбота. И с учетом того, что происходит, Бихмасиндамат, происходит с вами на сегодня Божикурмошрбота. Каждая цивилизация пытается вас ограничить от этих форм, Дихмашрмашрбата, чтобы вы свое время, ценное время для вас, не тратили Бижикурмошрбота. И активно Бихмасрмашрбата с помощью носителей цифровых баз активно прорабатывали. Линзамишижукожукурбота. Поэтому цифровой мир, почему боимся его? Бихмасиндамат. Он благи, он ресурсен для вас. Мижикурмошрбота. Вы можете находиться Бужикурбота в любой территории и при этом оперировать цифровыми возможными формами матричных активов. Под цифровым носителем работать, Мижикурбота получать деньгу, Дужикурмошрбота обеспечивать себе здоровье, Бихмасхана товар на дом и так далее. Михмада, это ваша жизнь. Линзи Жукурмосандимишрбата. Вопрос в другом на сегодня. Бихмасхарбата. Кульмир меняется, коль состояние системы цифровой базы имеет свои поля программ абсолютно нового формата, Бижикурбашхана. И
их же нужно поучать, между кромашек работы, им нужно научиться запустить их в работу. Лезем ваши мастер-бады. Какие работы будут дальше активны, тоже кромашек работы? Представьте весь мир, все матричные программы, в цифровом носителе, виртуальные деньги, тоже кромашек работы, запустить ваши осознанные существа, ваше сознание, когда вы находились в памяти долгие года, и для вас переформатировать эту мощь и силу джукурбошхода необходимо время, потоки и прочие формы. Лензами это масса джукурмосантимишрамасхарбада. Эта структура меняется мира всего. Бихмашрамасхармошрботы. Естественно, бихмасантимашрамасхарбашрбада. Вас подводили к этому долгие года. Вас ресурсно изучали бижукурмашрбада для того, чтобы ваше сознание принимали эти цифровые базы джукурмошхода, использовали коды бихмасхарбада, активизировали все формы созидания, умели управлять этими картами, соответственно, бижукурмашрбасхарбада. Вы ходите в магазин, вы сейчас рассчитываете банковскую структуру, и везде вы находитесь в виртуальном мире уже. Бижукурмашрбада. Только на сегодня бихмасхарбада. Эти системы активно выводят качественные формы для того, чтобы обеспечить вам новые формы работы. Бихмасхарбада. Опять же, чтобы ваше время было ценно. Бижукурмашрбада. Чтобы вы занимались собой больше. Бижукурмашрбада. Чтобы вы взращивали сознание, своим развитием занимались опять же. Бижукурмашрбада. А для чего? Для того, чтобы создать новый мир. Бихмасхарбада. Технологические базы, образование, медицину, лидухурмашрбода и прочие состояния, которые вы можете через свою новую осознанность в четвертом формате провести. Лидахмаса бишкада. И для того, чтобы вы более понимали бихмашрбода, понимали, насколько цена ваша жизнь, бишкамасхармашхарбасхарбат, насколько цена, опять же, финансовая энергия, давайте задавайте вопросы. Лидахмашрбода. Мы с удовольствием на них ответим, но... Дома сиджимасар мишахарбата. Я хочу сказать одно, что денежный носитель бижакурмашхарбата – это основная энергия, без которой вы не сможете существовать. Межакурмашрукурбота мисинтамасхада. И вы также должны понимать, что сколько вы вкладываете в состояние бижакурмашхарбата, столько вы получаете на обеспечение своего формата. Линзы мишамада. Вкладываете в здоровье бижакурмашрукурбота, соответственно, получаете активную форму работы. Межакурбата. Без денег никуда. Межакурмашрукурбота. Здоровое питание требует средств финансового поля. Межакурмашрукурбата. Занимаетесь спортом, также требует денег. Михмасрбата. Все должно быть, мужикурмашрбата, аккумулировано в потоке. Михмасрбата. Не бывает так, что я только беру, но не даю. Лимасрбашхарбата. Я запускаю энергию, я получаю обратно. Михмасантимишрбата. Какую вы энергию запускаете? Мужикурмашрбата. Какую вы получаете в бумерангах взамен поле? Михмасрмашрбата. Здесь зависит от уровня сознания, вашего восприятия. Михмашрбата. Например, приведу слабый пример. Михмашрбата. Я хожу на работу. Михмашрбата со структурой негативной энергии. Михмасрмашрбата. Я энергию денег такую же себе получу. Линза Машрабата. Я нехотя туда иду, я получу бижакурмашработа недостающую финансовую основу до масхада. Мне так соберут события, потому что я по матрице в этой вибрации нахожусь. Машрабата в этом пространстве. Линза Хурмашработа. Я с благостью иду на работу, мне качественно выводить эту основу до масхада. Я получу финансовую подачу, более ресурсную. Я с любовью принимаю, активизирую ее. Линза Машрабата. Вы должны понимать, что те состояния, которые вы закладываете в финансовой энергии бижакурмашрабата, я больше вам скажу, что бихмашрабата, как вы относитесь к денежным носителям, как к энергии, настолько она будет работать мощно для вас. Михмасантимашрбасхарбата. Банальный пример. Бижакурмашрбасхарбата. Когда вы бижакурбота, особенно в дамских сумочках, михмасантимашрбата, деньги бихтужурбошрбота, любят порядок, помните об этом. Лидахмасантимашрбата. Если они разбросаны, раскиданы, не рассчитаны, бижакурмашрбасхарбата. Сор, состояние системы хвори. Михмасантимашрбата. Засорено пространство. Бихмасантимашрбата. Деньга туда никогда не придет. Лиджакурмашрбасхарбата. Если вы структурны, если вы понимаете каждую задачу, целеполагание, задаете намерение, активизируете форму работы, обязательно получите благий исход. Михмасантимашрбата. Намерение очень важно показать. Межакурмашрбота. Система целостной работы очень важный фактор систем созидательных основ. Лидахмасажакурмашрбота. Относитесь как к ребенку к деньгам. Бихмасантимашрбота. Относитесь к тому, что если пришло заболевание, бихмашрбашрбота, какая-то отработка. Михмасрбота. Эту энергию нужно прокачать, ее нужно проработать. А как? Михмасантимашрбота. Только приняв ситуацию, потому что она прописана душой для вас. Мишрамашрбота. Вы не сможете изменить поле. Дух тоже работает. Но какое осознание у вас в этот момент работает и как вы эмоционально продышиваете эти истоки, межакурмашрбота, запускаете эту энергию в потоке, определяя в своих мыслях формах тамашрбата, так и будет дальше прокачка этих информаций. Межакурмашрбата, прокачка этих энергий, которые даются вам в познании, в определении пути межакурмашрбата, потому что есть и хвори, и конструктивная основа тамашрбата. Какие параметры вы задаете в состоянии, то и вы будете получать. Лензы мушажукодых митами сентилимашрбата. Поэтому много тонкостей в этом мире. Мишамашрбата, деньги любят тишину. Межакурмашрбата, деньги любят порядок. Михмасрбата, структурное состояние. Межакурмашрбата, намерение активно на задачи.
Римашек уж гурмос антимиджи мас хармаш рвада. Это форма инструмента, который подана вам. Использовать нужно с любовью. Михмас рвада. Понимаете, для себя это банально, но при этом бихмаш рмас хармаш рвада. Какое отношение у вас к состоянию, такие источники будут уж гурботу мас хармат находиться в вашем созидательных основах. Линза машахада. Еще один момент, который хочется вам обозначить, чтобы у вас было понимание, что происходит михмас антимада вообще в мире, состояние человеческих созиданий, бужу кожу курму дыхан. Почему кто-то бихмашрупот получает много денег, а кто-то не очень. Лежа машрумос антимишрумас рабата. Здесь действительно бих тоже курмош работы. Состояние глубоких проработок имеют основание факторов носителей в монадической основе. Лежа кожу курмош работы. Здесь зависит от того, где монада была. Бихмашрумас харбашакан. То есть душа, где прорабатывала какие реинкарнации. Михмашрумас рабата. Какие состояния наработала, в том числе финансовых, энергетических носителях, если латалась программа в матрице поля Земли. Лимаша Кушкурбота, какие долги накопила, какие кармические связи необходимо отработать. Миша Курмашербат, как денежный носитель распределен на поля на вашу жизнь. Миша Курмашербат, это большое значение имеет для каждого. Поэтому душу Курмашербот, Хармашербат, Хамасербат. Кому-то дано познать активно Миша Курмашербат, а кому-то дано в среднем, либо в низком поле пройти. Линзы уже Курмашербот, к сожалению, на эти показатели сложно повлиять, но вы, если осознанно будете подходить к этим формам, то Машерпада должны понимать, что деньги всегда должны быть в оборачиваемости. Линзы Миша Машерпада, если вы сублимируете энергию, Линзы Курмашерпада, никогда вам исток системы поступления энергобаз не даст основной Бужкурбота поток. Линзы Миша Машхада, получили, отдали. Миша Курмашерпада, это Бужкур Машерпада. Если вы будете их копить, система магической основы Бижи Машерпада по вашей энергоструктуре считывает состояние, что вы на сегодня без Бужкур Мосанти Миша Камаса Бужкур Машерпада. Находитесь в поточном созидательном основе, у вас есть деньги, вы спокойны. Линза Машхада, монада не составляет тот код, который должен вас поддержать в финансовом носителе. Межкурмашхада, когда вы испытываете тревожность, межкурмашхарбосрбот, у вас нехватка ресурсов, прочие формы, вы проходите опыт, и душа начинает активно искать опыт, разные дороги. Межкурмашхарбада, опять же, опыт души, когда душа планирует познать эту матрицу, межкурмашхарбада, но при этом что нужно учитывать? То есть есть фундамент, межкурмашхад, монадический фундамент, что вам на суточную норму выделяется определенный резерв, михмасандамашхарбада. Резерв это в состоянии энергетическом в поле считывается у вас, михмашхарбашхарбада. И если вы на сегодня михмасандамашхарбада, правильно распределяя энергию, направляете, вы обязательно пополните ресурс. Межкурмашхада, если вы ее сублимируете, вы никогда не получите актив для себя. Мостандамод, потому что монадическое звено наполнено, ваши эмоции отработаны, потому что у вас тишина и покой, Бишкурмашхарбата, вы с деньгами, соответственно, Бишкурмода, вы не думаете, как дальше в опыте пройти этот путь. Линзы Машхарбата, эти тонкие состояния Бишкурмашхарбата, которые даются для осознанности приятия этих форм, Бишкурмашхарбата, соответственно, составляют вашу качественную жизнь. Линзы Курмашхарбата, как это работает? Система виртуальных денег, Машерпасарбата, вообще денежного носителя, как энергобазы, Михмасарбата, это вопрос непростой, но при этом Линзи Мишемасхармашкана, каждая энергия, она должна работать, Мишекурмашербодхмада, каждые деньги, приходящие, уходящие, они несут плоды. Линдахуймосантимишеркурмосантимишермасарбата, вопрос, как тратите, на что тратите, с каким намерением, для созидания, для исцеления, Бужкурбота, для накормить себя, Бихмасантимашерпата, понятно, что это заложенные параметры, Михмашхада, есть события, Бужкурмашхода, нет источника поступления денег в третьем формате в истоке, Мишекурмашхарбата. Душа выбрала опыт наработать опыт программ Бихмасарбата. Вы начинаете искать работу новую, Дымашемашхарбата, создавать какие-то новые бизнес-проекты, Михмасарбата, стараться более эффективно проявить себя, эмоционально выработать актив. Опять же, энергия. Лимашишикошкурмошишикурбошурбота. Если система Бихмасантимишикурмашхарбата не выделяет энергии, но даются на эти деньги Бишекурмашхарбата, и есть такие богатые люди, которым даются, вот лежит на диване, Бишкурмашхарбата, но деньги приходят. Линза Машхада, откуда, почему? Бишкурмашхарбата, почему один трудится, другой нет? Линза Мишкурмашхарбата, зависит от монадического опыта. Где программа реинкарнации проходила, какие кармические связи собрала и какие коды необходимо здесь собрать в опыте. Дома Санди Мишкурмашхарбата, но интересно, что? Линза Хурмашхарбата, что если энергия работает в потоке Михмасхармашхарбата, вы для своей игры, для визуализации в формате эфира, Мишкурмашхармашхарбата, вы же заняты всегда, Бихмашхарбата, вы используете ту одну программу, то другую, то третью, Михмасандамашхарбата, везде какие-то денежные носители у вас участники, Линза Машхарбата, эта игра эмоциональная, она приносит плоды, Межкурмашхарбата, отдали туда средства, Межкурмашхарбата, заплатили за то, Бихмасхарбата, у вас денежные ресурсные обменные поля выстраиваются, Михмасантимишхарбата, и у вас в вашей игре состояние системы движения денег, оно становится активным, Римашхарбата, эмоции становятся больше, но при этом заметьте, Межкурмашхарбата, что количество денег в монаде, оно не меняется, Линза Мишхарбата, вы для себя
себя создаете игру, в которой вы в источнике находитесь. Михмастер-бат. И чем больше вы создаете этих форм программ, тем больше носитель системы энергии денег будет в вашем формате участником. Лиза Хмасхада, поймите для себя одну вещь. Мужикур Машербат, чем больше вы играете в матричных основах, Тимашир Масхарбат, тем оборачиваемость денежного носителя для вас в игре, в вашем сознании будет определять свои состояния. Михмастер-бат. Понятно это вам или нет? Лежишь кузов метами, что кромосы рабочие работы. Всю игра, всю матрица в основе. Михмастер-бат. Чем больше вы заполняете матрицу своими эмоциями, Лиза Машахан, тем больше вы получаете состояние программ финансового носителя, бужекурбота, в своих формах программ опыта. Линзы Миши Жукозах Машахана. Если по-простому сказать, Ледах Мисинты Машер Масарбата. То есть вы играете, бужекурмашхода, вы берете одну, другую, третью программу в истоке, но при этом у вас денежный поток постоянно формирует новое поле, то есть вы создаете энергию. Бежи Машарбата, на созданную энергию приходят плоды. Линзы Машер Бужекурбота. Чем больше вы активизируете эти формы, тем эта игра имеет свое насыщение. Линзы Миши Жукозах Мита Мисинты Машер Масарбата. Соответственно, все, что с вами происходит здесь и сейчас, Мишек Машер Масхарбата, вам нужно создать это поле для того, чтобы энергия постоянно работала в вашем созидательном поле. Бажарбата, в вашей основе. Вы в игре. Михмасанти Мишер Бошхарбата. Если вы эту игру не будете создавать, блокируется энергия финансовых кодов Машер Масхарбата. И неважно, сколько вам дано, 100 тысяч пройти, 10 тысяч на суточную норму, до Машер Масхарбата. Если вы не в игре и в ней вырабатываете эмоциональное состояние, Бижи Машер Масхарбата. У вас эти 10 тысяч как формат в монаде будут определены. Бижик Машерпата, но вы при этом не будете чувствовать этой игры и этих движений средств Машерпата и получать плодов от этих игр для вас. Линзы Машермада, вам нужно понять только одну истину, что сколько задаете параметры, столько получаете, потому что это все игра. Понимаете, о чем речь, нет? Достаточно глубоко информацию дают. Давайте перейдем к вопросам, а то она будет долго разговаривать, такая девушка разговорчивая. И начнем. Так, сейчас я пролистаю сначала вопросики, то, что вы много задавали. Итак, так, кроме здравствуйте, добрый вечер, пока ничего не вижу. Хороший этот процесс. Люблю деньги, очень надеюсь на взаимность. Мижик Машер Баск, тоже Курмошер Кода. Любовь проявляйте, они обязательно будут к вам источником, потому что бумерангов все в этих кодах. Мисс Машер Баск Хрват. Обращайтесь как к дитю, тоже Курмошер Кода, и вы поймете, как энергия для вас будет работать. Сколько доллар поддержится матрицы? Мих Маши Жукурбошер Курботин Сижимада. Во время матрицы системы Демасарбата эквиваленты данных запрошенных денег, тоже Курмошер Пота, имеет суть в основе на долгий период времени. На ваш век точно. Имеет свою основу, так Масин Димиша Жукожи Курбота. Поэтому еще много веков запланировано матричных основ, и эта система будет существовать. Но при этом Гих Маши Бат, несмотря на то, что материк как система Биша Кожи Курбота исключает свои возможные формы в дальнейших кодах времени, Бих Мастер Машер Басхарбата, доллар как носитель, он будет перенесен на другую территорию, соответственно, будет создан в матрице. Бижика Машхарабата. В более качественном состоянии в электронном носителе он будет существовать. Нормально ли любить деньги, выделять им благодарность? Мишер Машхарабата, конечно, надо. Не исключайте эти состояния, Бижикур Машхарабата, это вам принесет только плод. Почему многие до сих пор считают деньги грехом? Бихмаша Машер Башарбата, это же Курмашарбота. Бихмасанди Миттельмидах, Масанди Джукурбота, Мисермада. Потому что формат в определении старого образца матрицы Миша Курмашарбата, что грехи это привязки. Бихмасанди Мишер Масарбата, они уже не актуальны. На сегодня Бихмаша Жукожа Курбошарбота. И эгрегор православия в свое время запускал этот инструмент в работу к Бихмаша Курбат, который на сегодня, кстати, не применим в вашем времени. Литуху Ноуцехину и Курмасанди Мишер Маса, это же Курмода. И души старого образца, так скажем, старых процессоров, форм даже круботы в том времени в памяти клетки еще содержат эти истоки, Михмастер Машербата, но состояние новых процессоров, Бихмашербота, новых осознанных существ, уже не работает в этих формах. Если при денежном обнулении нет переживаний, это нормально, Бижир Башербат, это самое лучшее, что может быть с вами на сегодня для вас. А действительно ли у каждого свой денежный поток, возможно ли заработать больше, или у каждого своя программа? Линзи Митамашербат, отличный вопрос, Мих Машургурбашургурбос, Линзи Митамашербат. То, что касается денежного потока в созидании определенной суточной нормы, Димашурбашурбашурбата, вы создатель, вы творцы, вы можете создать себе эти обмены поля, в состоянии игры вы можете Бажургурмода созидать в ежедневной форме работы. Лидах Масан Димашурбашурбата, единственное, если глобально посмотреть на источник Бажургурмосхармишурбата, сколько вам на жизнь положено эквивалентной базы в денежном носителе,
есть определенные параметры. Но вы, создатель, вы творцы, Бижи Машрабат, вы в своей игре Бихмушер Бошхурботах Мисихан, при накоплении в монаде вы можете создать игру и больше тратить, чтобы получать Мужикар Машрабат, чтобы обменное поле не росло, не взращивало показатели по фундаменту Бижи Машрабат. Тогда матрица вам в этой игре будет давать плоды Бихмастер Машрабат, потому что игра будет активна для вас. Михмастер Машрабат, Мошработа, есть показатели системы тех форм денежного носителя, которые максимально возможно вскапливаются в человеческой основе, при формах программ, при энергоносителях форм Душикур Мошработа. Но вы же можете бижимат эту энергию отправлять, заполнять, активизировать Мошработ Мошработ Санди Мешрабат. И, соответственно, эта энергия вам дает плоды в вашей игре. Линца Мошрабата. В монаде, естественно, есть определенные показатели Мишек Мошрабата, и каждому они свои, которые дают возможность вам использовать этот фундамент для того, чтобы качественно расти в этих играх. Мишер Машахад, использовать их сполна. Как накапливать деньги для крупных приобретений, если фамилия учит не сублимировать энергию? Лежит же козык мита Мишер Машрабата. Чтобы накапливать, нужно взращивать показатель, взращивать эту энергию. Бих Машер Машрабата. Направляйте на любые источники, которые будут вам максимально приносить плоды. Бижик Машрабата. Если вы будете сублимировать в ячейке банка, естественно, вам энергия не будет подана. Бих Машер Машрабата. Потому что деньги к деньгам. Понимаете это. Бих Машрабата. Энергию запустили, получайте плоды. Бижик Румода, сублимируйте, плоды не придут. Линза Машрабата. Опять же, это игра банковских структур, когда вы бижик уже можешь работать. Положили в ячейку Бихмастер Мада, сохраните деньги, опять же, из-за формы страхов. То есть сублимируете, заземляете, соответственно, не даете плодов. Лимиша Курмуш Хода. Положили на процент, пошли в риск. Машерпаты использовали эмоции свои. Бихмашер Бош Курбот Хода. Соответственно, получили плоды в виде энергоносителя в поле. Михмастер Димишер Мастербат. Смотрите, в какие программы вы заходите. Как будут выглядеть поселения людей... Так... Как будут выглядеть поселения людей в 4D? Примерно, как сейчас Колково. Ну, слушайте, так много сейчас строится, и да, сама в Сколково живу, и мне очень нравится, потому что это новый мир какой-то. Приезжаешь и понимаешь, что да, какое-то новое пространство. Так, какая работа будет ресурсно приносить больше денежной энергии? Миг Масрабата – это качественное состояние знаний. Бижикуш Грубот – это все, что называется качественным ресурсом для людей. Лимаш Рубота – питание, Биг Масрабата – знания, Душикурмаш Рубота – одежда, Биг Масрихим Шрабата – все, что использует человеческая суть в формате Бижикурмаш качественных форм – это будет приносить активные плоды. А есть ли какая-то связь финансов и резус-фактор крови человека? Миг Масрабата – абсолютно никакой. Сейчас везде проблема с чипами, которые используются в том числе в картах денежных. Это связано с переформатированием чипов. Лимиша Жукозик Мита Машерпотах Мастербата. То, что чипы есть в системах, это однозначно. Бижикур Мастербата. Эти чипы позволяют вам распектировать программы, соответственно, собирать свои осознанности и использовать их. Лимиша Жукозик Мастербата. Вы еще дойдете до времени, когда чипы будут вставляться вам в руку. Бижи Мастербата уже начали давать такие эксперименты в некоторых странах. Лимиша Мастербата. И расчетная система будет тут у вас левая либо правая рука, в зависимости от энергии, женщина либо мужчина. Лидахур Мошер Босхурбота. Опять же, для того, чтобы Бихмастербата время сократить, мужикур Мошербота, не искать эти карты, Бихмастербата не вспоминать, не тратить энергию на состояние кодовых носителей карт и так далее, Бихмастер Мошербота, вам эти системы уже внесены в матрицы Бишкурбота, и вы будете использовать их с лихвой. Если у человека открыта кредитная карта, будет хуже брать кредит или долг, чтобы ее закрыть сразу? Или лучше постепенно, но без новых займов? Линза Мишер Мошработа, запускайте энергию в поток. Вот я, Биг Мошработа, вас уверяю, что если вы будете энергию на энергию активизировать в форме созидания, вы получите больше плодов. Линза Мошработа, если вы застаиваете энергию, то, соответственно, это происходит заземление, и вы из этого источника Куруга Сансары будете сложно выходить. Миг Мошработа, деньги должны работать всегда. Если вы берете кредит, то активизируйте по Биг Мошработа. Свое пространство, активизируйте новые дороги, чтобы получить эти новые возможные формы. Дамашер Масхарбата. Если вы будете сублимировать, взяли кредит, Бижимады, и не выполняете активность раскрытия новых дорог, естественно, это вам не принесет плодов. Мишек Масхарбата. Энергия денег должна работать постоянно. Если финансы не являются приоритетом и не вызывают негативных эмоций, о чем это? Бижи Машрабата, система наблюдатель, она хороша, значит, есть шансы в четвертом поле познать качественные структуры Бижи Машрабата, финансовых активов быть максимальными. Ирина, дайте, Хамиля, дайте финансовый код на ближайшее время. Дизент или может уже козык мита миссинта машхарба? Тогда вам нужно, каждому нужно поступать их мишерпот. Отправить сейчас в групповом активе код Миши Машрабата. Все, кто сейчас в источнике активной группы, даже грубот нужно будет прописать его и отправить проводнику в исток. Мих Массанти Мишер Масхарбашкада. По сегодняшнему временному коду Бих Массанти Мишер Масхарбата. Запишите данные.
Але чужокур 8 сантиметров масса работа 889, мужикур масса работы 123, месяц ты масса работа 550, их масса мата 555. Але же жукозик не дыма шермасер мача жукур босса дими шикада. Фиксируйте на листе бумаги в физическом состоянии, боже курмош работы. И если вы с кодовыми базами основы работаете, то запустите энергию через состояние монадической основы дима шермасер бата. Какой код я выдаю сейчас, миша курмош работы, максимально возможный для систем состояния монадических основ, душ курмоды, которые могут дать биш маш работы, максимально качественную работу для каждого. Але же рабочая работа, то есть с энергией программ денежного носителя считать, мужик работать в программу обеспечения, это, соответственно, энергия, которые даются в истоке. Алина Миша Мада, заполняйте, активизируйте. Как выглядят деньги у инопланетян? Бихмашер ваши пады. Денег у состояния бихмашер хорбошер воды и других планетарных составов не виртуального поля, бижекармашер пады, не в матричном активе, их просто не существует. Мишекармашер пады. Эти матричные программы написаны только на Земле, бижекмашер мастер бады, для того, чтобы вам заактивизировать эмоциональное состояние бихмашер пады, создать житие в этих программных обиходах. Ой, счастья, любви мне желать. Спасибо большое. Так, дальше двигаемся. Вопросики, пожалуйста, какие-нибудь интересные задавайте. У архитектора опять классный вопрос, но архитектора не вижу, какой вопрос. Какие самые дорогие наслаждения будут в 4D? Алима Шижукозах, Митами Синтеримаши, Жукурбос, Синтеми, Шимасах, Тудуота. Самые дорогие наслаждения – это когда осознанность может выйти на качественную форму, максимально возможную форму энергии любви. Лима сантимиши жукозых метамисили машерпата. Если касается финансовых носителей, то жукурбот – это качественная жизнь во всем. Лима сармашерпата. Финансы как поточное состояние, дужукурмашеркода активизируется в форме работы, то есть человеческая суть может использовать финансовую энергию дужукурмашеркода во всех программах активно запускать эти потоки. Лима метамасажурбошерпота, месинтамашерпата. Наслаждение будет только в своем состоянии. Гармония, баланс, михмасажурбошерпота. Знание активной формы работы, интерес к жизненной форме. Лима сармашерпата. И возможно финансовые максимальные. Бихмашер Роскур Башрпота. Качество созидательных основ. Какой инструмент использовать для получения своих целей? Бихмаши Жукурбот. Смотря какие цели и задачи. Михмаши Жукозак Мита, Мишир Масхар Маши Жукурбот, Ити Дамаса Масхар Бата. У каждого сознания свои цели. Прописана программа, опять же, душой, бижукушкурмос антимишер масхарбаты. В зависимости от ваших знаний, от вашей вибрации, которую вы применяете в формате своих знаний, бижукушкурмос шерпота, такие цели и задачи, и, соответственно, согласно этим целям и задачам, выведены инструменты в матрице. Михмасхарбата. Вопрос вашего состояния. В каком состоянии вибрационном находитесь на сейчас? Сколько людей перешли в 4D из-за присутствующих, ну, это уже не по теме. Так. Так, вот интересный вопрос. В первом потоке у тех, кто перешел, будут ли финансовые обнуления для вывода из 4D? Михмаса Журбошерпота. Не будет складываться новых отформатированных программ, которые бы обнуляли вам исток, запускали эту энергию. Рима Шермашербата. То есть человеческая стать, которая перешла уже в формате первого потока. Лиза Машербата. Приходят люди, программы, собирают события уже на созидательной основе. Тоже Курмашербота. И состояние программ третьего обихода, она закрыта сполна. Михмаша Журбошерпота. И эти финансовые системы как деструктивная проработка, выход в состояние негодованных эмоций уже не имеет места быть. Так, дальше. Если деструктивные события матрицы финансовых обнулений не цепляют. Так, это мы уже были. По финансам, пожалуйста, вопросы задавайте. Так. Так, дорогие участники, пожалуйста, по финансам. По финансам. Так. Можно ли мастеру-проводнику работать в долг? Мих Машербата. Нет, никак. Миша Курмошер Босс Хурмошер Жукурбота. Вы не принесете активной формы работы энергии Бих Машербата участникам, Бих Жукурмошер Кода и себе вы сработаете в хворь. Бих Машербата, потому что ваша энергия будет рабочим полем для общего состояния. Бих Машербата. Зачем вам здоровьем платить? Лима Сантимишербата, потому что заземление сразу произойдет, Мужикурбота, потому что вы свою энергию вы даете в исток. Многие берут аскезу на голод для увеличения финансовых потоков. Насколько ресурсный такой инструмент, ресурснен ли?
Лен Демиша Жукозик, Мита Мишер Масрбата. Я объясню, как этот инструмент работает для системы человеческого созидания. Пишу Курмашрукот. Когда человек голодает, у него энергия повышается как общая целостная в поле работы. Мих Масрбата. Соответственно, когда энергия получается, и больше возможностей и в сознании, и в состоянии ресурсного изменения поля имеет свой смысл нахождения. Римашер Масрбат. Поэтому голод действительно, он влияет и на сексуальную энергию, и на финансовую энергию, Бижу Курмашрукот, и на тело в истоке, потому что в целом финансовое поле Бижу Курмашрукот. Она также активна в целостной работе Бижу Курмашрукот. Финансовая энергия является активным источником Бижу Курмашрукот. Если вы становитесь ресурсным, соответственно, вибрационно растете, соответственно, пополняется в том числе и финансовый модуль. Это действительно так. Как правильно распределить бюджет в процентах? Мих Маша Жукур Бошру Кода. На сегодня должны понимать, что самое актуальное поле – это вы сами. Лима Шукур Жукур Бошру Кода. Вот как вкладываете в себя, бишемата, в свое тело, в свое питание, в спорт, мишекарбата, в здоровье, бишемаш, кармас, хорошую работу, карбата. Какую вы энергию будете выдавать в состоянии стока, мишекармашрупат, потому что тело хворное, естественно, будет заземление. Мишекармашрупата. Эмоции не налажены, дуйкармашрупата, нет гармонии, соответственно, истощение энергетической потоки. Мишекармашрупата. Ссор в сознании, бихмасанты мишекармашрупата. Вы не сможете быть ресурсным состоянии, биг масса дебатов. Поэтому в первую очередь, чтобы понимать, как работает энергия в состоянии полей, биг масса рбата, нужно работать над собой. Тело, миша кармаш рбата, сознание, бижу курбота, эмоциональный центр, гармония, баланс, миша маша рбата. То есть это целостная работа. Миша кармаш рбата, кмос рбата. Вам сейчас даются массу практик для того, чтобы привести эту целостную работу в состоянии кодов, миг масса рбата. Это вам даст эффективные плоды. 639 участников, видите, как здорово. Причины сливов денег, влияние родовых программ на финансовое состояние. Лима Шижукозах Мита Машерпата. В третьем формате родовые программы влияют, это действительно так, энергозатраты, поэтому энергию невозможно поднять на активном истощении. Лидах Машер Машербот. Почему сливается энергия, почему вы испытываете недуг? Если вы в третьем форме находитесь, это понятные источники. Бижик Машер Ужукурбот. Потому что в третьем формате все программы финансовых источников прописаны для эмоциональной сборки. В основном эмоциональной сборки это негативное состояние программ. Лима Шижукозах. В четвертом поле родовые связи не имеют в программном обеспечении своей работы, поэтому вы не будете привязаны к роду. Мих Машер Масхар Башерпат. Вам не нужно заниматься родовыми связями и исцелять их. Миша Кужукур Машер Вор Бот. И там нет программ в системе источника, системы четвертого носителя в том, что Миша Кужукур Машер Пат, что нехватка денежных носителей – это страх, это прочие формы заземления и так далее, потому что сама матрица не предполагает таких программ. Мих Машер Машер Бат. Поэтому каждому желаю перейти в Миша Кужукур Машер Бот, чтобы обозначить эту матрицу в работе, соответственно, создать себе новое поле. Рептилоиды выпускают только клонов, фантомов или есть коды душ. Мих Маша Жукурбос и Тили Мишер Маша Рбата. Рептилоиды выписывают только программы. Бих Маса и Тили Мишер Маша Рбаша Рбата. Программы, которые работают на вас абсолютно по всем финансовым структурам. Лима Шакуша Курбота, где вы используете в магазине, в социальном модуле, у себя дома, на работе. Миша Кужа Курмош Рбота. Это все источники системы бижемата виртуальных денег, либо фактических денежных носителей, смотря в каком мире находитесь вы. Бижа Курбата, в каком пространстве. Лида Хунда Курмош Жукурбота. Больше работы. На финансовых кодовых системах Биг Машер Машер Бат, особенно на Биг Тужу Курбота, на активных программах для настроек, для активизации форм, работ, для программных обеспечений массовых кодов работают фантомы. Биг Машер Машер Бат. Это те люди, которым загружается программа Биг Курбат от рептилоидов, даются знания, активизируются формы, чтобы воплотить их на земле. Лима Сербат. Это массовые глубокие программы. Тужу Курбота Машер Бат. Это не значит, что нет душ в источнике финансовых потоков Миг Масхада. Они есть. Они выполняют текущий режим работ, общаются душу кормошу работу с клиентской базой, мишер машер бата, заполняют текущее режимное состояние, душу работы, но глубокие формы программного обеспечения прописывают рептилоиды, мишер кормошу бата, душу кормошу обязательно, биг мастер машер бата, рептилоид назначает мишер кормошу работу с машер бата, каких-то фантомов, которые активно нарабатывают программы, соответственно, создают вам новый мир. Али мишер кормошу работы, рептилоидам нету доступа к душам, должны понимать это в основе, да мастер бастер бата, ни один рептилоид не имеет поле, бижу кормоду монадической основы, дых мастер башкада, активизацию работы. Лимышек Машер Масрбата. Но вы все при этом, кто участники Земли, вы имеете доступ к рептилоидам так или иначе. Мишек Машер Масрбата. Потому что вы используете эти программы. Без этих программ вы не сможете существовать на Земле. Мишек Масрбата. Вы использовали денежные носители в виде бумаг, в виде монет. Лимышек Масрбата. Вы использовали программы в виде банковских карт. Мих Масрбата. И дальше вы будете использовать коды. Мишек Курмошер Готых Масрбата. Которые в программе обеспечения бизнес-программ. Мишек Курбот написан для финансовых потоков. Это все программное обеспечение. Обеспечение этих модулей.
С долгами приходит четвертое поле. Михмашер падает, переходит. Но на качественном состоянии, как только после перехода, разрешается вопрос. Мишекушгурмошерпот и долги, они структурно, бихмасен дбашкан, образованные годами, и бижурпот обнуляется в системе матричных основ. По разным причинам, по разным истокам, по разным инструментам работы. Либо шукурбота, либо дается дополнительный инструмент в источнике качественных форм, то есть кредитное состояние бижурпот. Вы закрываете прежние долги, переходите в новый формат и с качественным истоком идете в четвертом поле матрицы программы. Какая благотворительность саморесурсная? Бижу кожу кормош работы вместе с Тамашикадой, где повышает качественное состояние человека тела. Бих маша кормош работы – это в первую очередь здоровье. Бижу кормош работы – психику, эмоциональное состояние. Бижу кормош работы – собирает аватар на более качественную основу. Бих маша кормош работы – это самая ресурсная созидательная основа. Если вы в душу вкладываете исток, мих маша хада, вы обязательно получите обратно достаточно активные поля. Все бумерангом работает в этом мире. Так... Какая истинность книги «Деньги – это любовь»? Автор Джоул Клаус. Бихмасен Тимишерпата. Истинный процент. Тужугур Мошерпота 62. Димашер Машхарбасар Батхарбота. Есть энергия запуска, которая в истоке работает в матричных кодах, поэтому Тужугур Мошерпота для многих подходит. Можно ли с помощью раскрытия четвертой зоны, четвертой чакры привлечь деньги и освободиться от финансовых проблем? Дима Сентимиша Машермада. Это в первую очередь необходимо выводить и желательно с помощью дыхания. Бих Машер Масербата. То есть если система эмоционального центра не вступает в эмоциональную проработку, нет снижения деструктивного модуля сразу. Занижение в параметрах Машербасхада не происходит заземление. То есть бижу жукру Бошерпота. Вы вступаете в эмоцию, Лихмас Сентимишерпата. Центр ставит блок, Михмасер Машерпата. На блоке энергия необходима для того, чтобы созидать дать определенную основу энергоцентра в работе, либо шахмашербаты. Соответственно, накопление вам не сможет создать финансовую энергию, потому что дисбаланс имеется в цельной работе структуры. Либо шахмашербаты. Когда вы работаете с сердечным центром, вы в гармонии, в балансе проходите в наблюдателя все проработки межгромада, все события, которые вам напланировала душа, бихмашербаты. Естественно, эту энергию поддерживаете и выходите в качественную форму, проработав, приняв ее. Линзамашербаты. Здесь главная задача. Почему в третьем формате людям тяжело выйти из кредитных состояний, бихмашерпат из долговых ям, то есть они прорабатывают энергетически, физически для того, чтобы выйти из долгов, михмашермашербата. Вспомните время, когда активные долги были в пространстве, димашермашербата, каждая семья имела долги. Римашергурбота – это созданная система, это программное обеспечение временного кода, но при этом каждый пытался выжить. Мишекушекурбота – а почему? Потому что энергии Земли недостаточно было активизировать формы. Бишемашерпат написали эту программу, поставили социальные модули в источник мишекурмашерпота, в бихмашерпата, людских параметров для того, чтобы человеку было сложнее существовать между кормошерпотом, но при этом он начинал проходить более активный опыт, он начинал нарабатывать новые инструменты, бизнес-программы открывать, между кормошерпатом, в кредиты уходил для того, чтобы Дима Сантимишермасхарбашербата не остаться без всего, и между кормошерпотом он трудился более высоко в формах, Михма Сантимишермасхарбата создавал новую энергию. Лимашерпота – это программа, это игры, опять же, в системе основы. Лимашерпота – это Митамисантимишермасхарбата. И эти игры, они пишутся и в третьем, и в четвертом формате программы. Бижу кожу курбота, они будут писаться дальше в источнике. Линза Миша Машербата. Вопрос в другом. Дихмашурбошурбота. На уровне сознания, в каком источнике вы будете находиться после перехода. Линза Миша Мастермашкада. Если вы уйдете в третий формат, естественно, у вас будут эти программы рабочие. Миша Кармашкада. Если вы перейдете в четвертый, и, естественно, структурное созидание полей вам дадут плоды на качественном состоянии созидания. Какая сакральная геометрия работает на финансы? Как с ней работать? Миша Жукозык, Мита Мишер Масербата. По финансовым структурам хорошо для мужского носителя. Это Метатрон, Алита Курмоши Жукора Бошерпота. Вообще, как абсолютная энергия, система с энергией, Бижу Курмоши Рубос Хада. По Фибоначчи просчетной системе это Бижу Курмошерпота, Душу Курмошерпота. Это формула иллюзорного кода, который подается вам в виде цветка жизни. Бижу Курбата, он активен на состоянии. Так, дальше. Ресурсные или денежные мандалы? Бижу Мушагрубот Сентимишерпата. Ресурсный в третьем формате в переходе. В четвертом поле будут расчетные коды, которые также Бижу Мушагрубот будут в мандалах проявляться, но это будет новая форма инструментов, которая будет подана через цвет.
После развода как меняются финансовые поля мужа и жены? Лима Сандебад, отличный вопрос. Есть же камаши курбота, мосэнди мишермат курбос работы. Поставьте это жизненный вопрос, и мишерпада пусть человек получит приз. Лида хурбоша жукосых метамасрабада. Эгрегор семейка, насколько это важно? Бижа курмаш работа, насколько важно не рассеивать состояние эгрегора семьи, бихмаши жукурбоша работа хмасрапана, распределяя финансовые потоки. Лиза муж работа, когда человек приходит в брак, михмасэнди мишукурбота мистер машипада, и вы имеете единую форму фамильного ряда мистер машипада, у вас усиливается эгрегор межгрубота и у женского, и у мужского носителя. Мисси Масхад, вы вырабатываете любовь, вы больше активизируете эти формы созидания между собой, биг мастер машерпад, и в том числе финансовый носитель, как в эгрегорном поле, он растет. Межгрубота, потому что выстраивается структурная система, даже кроме машерпада, выстраивается пазл активной работы, то есть оставляется межгрубота машерпада, общая форма жизни вашего эгрегора семьи. Лена Хунцу, муж и жукурбота, вы строите это годами. Димашакан, вы прорабатываете эмоционально, в том числе через денежный носитель, различные опыты, проходите своих полях. Ну, кто миссин, ты же курмосер, мочер кода. И приходит время, когда муж либо жена, бежит рубата, ушли на сторону. По эмоциональным проработкам, по кармическим связям и прочим форматам, которые прописала душа. Лиза Машербата, что происходит? Вы энергию уносите из семьи, биг Машербата, на другой источник, и, соответственно, собрать эти форматы уже будет сложно вам. Лиза Машербата, мочер кода. И начинает семья рассыпаться, биг Машербата, именно энергетически, физически рассыпаться, бежит курмосер работы, потому что каждый находит свою дорогу. Естественно, эти эгрегорные подачи в финансовых кодах ни у мужчин, ни у женщины не будут давать плодов. Масахан, потому что этот эгрегор уже по этому коду не цельный, по этому фамильному ряду. Линза Машимада, здесь выход только один. Либо развод по документообороту, Мишика Машкада, и каждый строит свою ячейку на активные поля. Линза Мишужукожи, Курмоши Рукорбота. Либо соединяют опять этот эгрегор, Мишика Машерпада, но при этом понимают, что Бижа Курбота, прогулок на сторону не должно быть. Мих Масен Башкада, это влияет на сексуальную энергию, на здоровье и детей, в том числе Бижа Курмаш Харбат, Харбат Сарбата, и в системе взаимодействия финансов в первую очередь. Лима Шукожи Курбота, наверное, многие все системе жизни замечали, что биг масса хада, если мужчина был ресурснее, а женщина дает энергию, бижикрбата, сколько вы в женщину, мужчины вкладываете, столько вы получаете энергосостояние в эгрегоре семьи, в партнерстве. Либо же жукозик метамас энтамашем басарбата. И тут он вдруг ушел на сторону, либо на биг масса жемасарбата. Однозначно состояние финансовой структуры бижикрбата будет иметь некачественные основы. Сразу вы почувствуете это на физическом и энергетическом уровне. Дома же жукозик работа. Поэтому если вы цены друг другу, миг масса жемасарбата, если вы хотите создать финансовый фундамент, естественно, энергия не должна утекать из эгрегора семьи ни по каким параметрам. Если сексуальная энергия уходит, эгрегор системы истощается. Тут нужно понимать, это тонкие состояния энергетические, но они очень важны. Если вы выделяете любовь, благодарность, принятие, активную работу выполняете в кармических связях, эмоции благие выражаете через определенный опыт проработки, настраиваетесь на общий поток, это дает плоды. Поэтому это учитывайте в своих программах. Миша Курмош работа. И учитывайте еще очень важную вещь, Миша Машербада, что женщина ведущая всегда. Лима Санты Машакан, при любом раскладе, в семейном эгрегоре, в финансовом поле, Бижик Машербас Харбата, сколько вы даете благости женскому носителю, потому что она ведущая по всем программам, столько и в том числе и финансов будет наполняться в вашем эгрегорной базе. Линзи Миша Масару Курбош работа, их Миссин Тимана. Настолько женщина велика ногами. Давай чаевые, ресурс нали. Мих масса демишеку работы, миссин телемасса демишеку мошу работы. Это матрица, которая предполагает обменное поле бижебата в дух мосса демишерпада. Вы же благодарите, соответственно, вы бижеку мошу работу, выделяя энергию, даете этот поток. Мишемата, к вам придет такая же благодарность, может быть, с других программ, но эта энергия обязательно даст плоды. Каким образом ресурснее принимать оплату? Назначить желаемую стоимость или принимать оплату по сердцу? Лиза Мишужукозых метамысель машермасу дуруку работы. Естественно, этот процесс очень тонкий. Бих машер мастер машхарбата. Чем глубже состояние системы затрат машерпат, например, знания глубокие даете, межгрубота исцеления более качественных форм, дымашер мастер машер после журбота и прочие форматы, которые выделяете людским параметрам, естественно, они затратны в энергополе. Межгрубашерпат, они оплачиваются высоко. Лиза Мишужукозых метамысель машермасу машхарбата. Здесь нужно смотреть индивидуально. Бих машер машхарбата. Если вы на информационных каналах, межгрубашерпат и машхарбат, соответственно, вы и можете получить эти эквивалентные сценастройки бижикурмашрбота и понимать эту суть в основе. Либо масса демишерпата. Если вы ходите на работу, бижикурмашрбата, сколько энергии затратили, столько и получаете в исход. Либо же кушикурмосса демишерпата. Но вы должны понимать, если вы на работе не истощаетесь, бижикурмашрбата, то есть не устаете настолько сильно, миг масса демишерпата, и вам хочется туда идти, значит, энергообменное поле, оно достаточно активно сценастроено, бижикурмашрбата. Соответственно, ваши затраты, они восполнимы согласно
вашего дух рабочей работы, вашим трат энергиям через состояние денежного дохода. Линза Мишимада, если вы активно устаете, вам не хочется идти туда, бежу куш гурмош работы, соответственно, система вам не дает плодов, Машарбас Харбата, столько, сколько вы затратили, задумайтесь для себя. Линза Мишижуконца, Мидах Машижукурбош работы, все выстроено в этом мире через обменное поле. Мих Масанди Мишармас Харбат, не жертвуйте этими состояниями, особенно те, кто сейчас открываются, ученики бежу к Машарбата, помните о том, что это ваше здоровье. Дихмастер Машарпата. Если вы кого-то пожалели, вдруг ты мистер Машарпата, человек не получит отдачи энергетической через ваш инструмент, уж грубо, не получит плода активной работы. Лидах Мастер Димишер Мастер Бош работы. И вы, как система, будете истощены. Бежик Машхат, это ваше тело, это ваше энергосостояние, это целостная работа, будет подавлена. Линзи Мишер Машер О работы мистер Машарпата. И также выходите на работу, тоже понимаете эту суть. Линзи Митамасахада. Также женщина в семье, Бужукушгур Мош работы. Если она не получает от мужчины благостного года, либо от своих детей, Бежик Машхат, она будет постоянно истощаться, и потом у нее произойдет эмоциональный срыв. Либо Шерпат, и, соответственно, эгрегор семьи выйдет на низкие показатели, потому что женщина, как ведущая звено, даже грубота, она не выдаст любовь, она не выдаст качественную форму, соответственно, эгрегор семьи будет нарушен. Бежик Мастер Баш Харбат. Поэтому здесь нужно гармонию создавать, баланс во всем. Дичукуш Курмос Антими Шербат. И очень важно, как система работает в семье. Бжукурмош Рухода. Опять же, вы создатели семейного эгрегора, понимаете все эти формы. Так. Как быть с должниками, которые истощают тебя? Линза Мишимас Рабата. Тоже неплохой вопрос, и в матрице в социальных программах он очень актуальный. Бежу к работе, особенно по третьему формату, здесь программа записана настолько, насколько вы эмоционально отрабатываете эти ходы. И в третьем модуле программ в основном долги не возвращаются, как банковские системы, в страхе вводят параметры Бежу к работе, и вы, как Бихмастер Машарбата к работе, как передатчик денег, не возвращайте себе эти долги. Линза Жуконца Мидахмаса Антими Шарпата. Опять же, структура эмоционального состояния, это матрица. Межу к работе пришло событие, душа заложила этот опыт, соответственно, вы эмоционально проходите эти активные созидательные основы. Ты, Маша Рапата, вы эмоционируете, вы заземляете, вы проходите какие-то эмоциональные переживания, и при этом в ячейку складываете те параметры энергии, которые необходимо накопить в монаду, в вашу ячейку, в ваше хранилище. Линза Мишижукозак Мита Маша Рапата. Если вы пришли к состоянию прощения и принятия, Бихмасахада, это уже другая задача. Соответственно, Дихмаса Бишихада, как эта энергия работает, помните все для себя. Линза Машармасхарбата, вы понимаете, что да, я эмоционально отработал, я истощился, Мишармасхарбата, я здесь точно понимаю, что я не получу долговых кодов, Машарпата, возврата денег, опять же, своих. Лежу курмош работы. Принимая эту ситуацию как энергию в поток, Михмасарпат Харбат, иначе вы не выйдете из этого колеса сансары, эта энергия будет вас отягощать в других программах. Лежу работы. Принимая, понимая, что вы не можете на исток никак повлиять, Машарпат, это событие вам душа заложила, чтобы пройти опыт, чтобы пройти эмоции, чтобы заложить в ячейку монадического звена те энергии, которые вы испытывали с этой человеческой формой по этим инструментам работы. Лежу курмош Жукозах Митамашрвата. Естественно, что происходит с вами? Дагмасхан, вы принимаете, понимая, что эту суть не изменить. Дима Шарбата, вы перетрансформируете энергию, обнуляя старый формат и переходите на новые формы. Эта энергия начинает во благо работать для вас. Линза Машрхада, если вы будете в долгом пути, Бижукрбата, год, два, три, четыре, в ненависти находиться, в страхе, в негодовании, Бижукужукурбош Рупот, вы будете испытывать эту энергию. Линза Машрхада, вам будет все сложнее и сложнее выйти из этого состояния. И вы дальше с другими людьми будете проходить эту же энергию, но более глубоко. Основе в качественном состоянии. Почему? Божекурма Шербат, когда душа заказывает этот опыт долговых обязательств, мужикурботы и невозвращения долгов, Михмасрабат отрабатывает эмоционально определенные деструктивные состояния, и, соответственно, в ячейку накапливают огромнейшие плоды этих низких вибраций, которые испытывают в этом состоянии матрицы программ Божекурма Шукон через эти события в основе. Это событие прописано. Лиду Хурмоша Жукозах Мита, Митили Маша Жукозах Мита, Маша Шербата. Но здесь вопрос -то в чем? Божекурма Шербата. Если вас не устраивает это житие, вы должны создать новую энергию, которая запустит ваш новый ресурсный поток. Мих Масрабата. Как вы можете запустить этот формат, только приняв состояние? Бежка Машрабата. И что происходит с человеческой статью? Он обращается, когда отдаст долги. Бежка Машрабата, это дежур работы. Говорят, завтра, послезавтра, через год, через два и так далее. Мы же Крабата, вы в ожидании, вы тратите энергию, вы также заземляете параметры, вы проходите эти деструктивные программы, которые в матрице прописаны. Это, опять же, ход души Бих Машрабата, потому что нужно отработать определенный опыт, программы эмоций, заработать в ячейку эти плоды. Лиза Мишижукоза, Мидах Масан, дежур больше пота. Но вы сейчас осознанно и понимаете, что каждая форма, она приходит для чего-то, Мих Масрабата. И вы либо зарабатываете годами, проходите эти страхи, обиды, ожидания и прочие формы, накапливая эту энергию в свой бочонок, в свою библиотеку. Либо Сантамаш Харбат, да, вы
накопить эту энергию для того, чтобы создать этот энергоматериал, чтобы дальше душе двигаться и, соответственно, выходить в абсолютную энергию, в новые матрицы, в планетарный состав и так далее. Либо же кожа грубота, и матрица вас не отпустит, монада вам скажет, нужно дорабатывать эти исходы, мих маша же кожа грубота, потому что эта энергия важна и нужна, и душа запланировала в событийном ряде этот опыт. Мих маса хада, но у вас есть отличный инструмент, который позволяет вам переиндексировать энергию. Дима Шагрумаш работа. Мы много об этом на практиках говорим. Литуха Мошрбус Хермишер Пасхарбат. Когда вы начинаете создавать состояние принятия, потому что вы не можете изменить этот мир без Жербата, вы можете изменить только внутренний состав себя, который создаст вам новую матрицу. Либо Шишукош Грумаш Рпота. И тогда вы начинаете активно в принятии, понимая, что это событие не изменить, оно пришло к вам. Литуха Мошрбус Рпота. Принимая, осознавая, Бижика Машрбат Хурбота, посылая любовь к этому человеку в соэнергии, в сонастройке, бихмашер, пасха, башербата. Либо эта соэнергия даст плоды тут же и активизирует форму качественного состояния на деструктивной проработке, потому что вы приняли ее. Бишекмашербата. Любое сознание приходит в качественное состояние энергии только тогда, когда отрабатывает энергоматериал. Либо шербата, либо вы временем годами отрабатываете, скапливаете в ячейку, повторяете одно за другим с разными людьми, одну и ту же энергию прокачивая. Литахмашербашхода. Либо вы осознанно воспринимаете эту ситуацию, бишекмашербашхурбота, понимаете, для чего она сложена, бихмашербашербата. Я хочу жить иначе, я создаю новый материал, я создаю новую энергию, принимаю, сознаю, благодарю, иду дальше. Лиза может работать. Вот эти вещи, они очень тонкие, энергетические потоки, не каждый человек осознает, но принятие, это когда осознание, грубо говоря, переключает индексацию форм кода, Big Master Code, и дает вам новое качественное созидание, которое дает вам возможность в осознанном восприятии понять, осознать, перейти на новую форму энергии. Либо Шермода. Это касается партнерских отношений, финансовых кодов, Мишермашхада, вообще касается всей жизни, то, что вы используете в своем бытие. Лиза Машерпада, почему, например, женщины-мужчины в партнерстве испытывают все глубокие проработки и однотипные энергии в состоянии? Лида Машер Пасхабата. Например, женщина ищет себе ресурсного мужчину. Бижикар Машерпат. Хочу, чтобы был богат. Мих Мастинти Мишерпат. А попадаются мужчины только хварны, так скажем, Тыхмастер Басхабат, со слабой финансовой энергетикой. Лива Шижукошек Рубота. А почему они работают именно в этом опыте, именно так, для нее в истоке? Мих Масхабата. Значит, женщина где-то, не доработав, не приняв материал, она дублирует эту энергию для того, чтобы создать базовую основу. Лива Шимашерпат. Ей никогда на эту энергию не придет качественное мужское состояние, пока она не повысит показатель своего мира. Миша Карбата, осознала, приняла. Боже Курмош Рхода. А кто сказал, что должны? Михмаса Пада, кто сказал, что мужчина должен нести? Михмаса Эндемата. Создайте свой мир, создайте свою энергию, направьте ее, активизируйте, создайте через любовь, через благодарность, активизируйте новые качественные формы, и тогда вам эти энергии будут плодами для вас. Михмаша Када, если вы будете с претензиями, с активными сонастройками, в том числе по финансам, активны к состоянию партнерства, даже грубо, вы никогда не дождетесь этих опытов. Миша Карбата, пока вы во время 10-летнем не отработаете, а то и 20-летнем, а то и 30-летнем, а то всю жизнь. Либо шижу кожу грубой, потому что вы не переиндексируете эту энергию. Эта энергия требует системы сонастройки только тогда, когда вы монаду наполните временем, либо осознанно воспримете эти коды. Бижикрбат, почему человек развивается? Бижикрбат развивается для того, чтобы созидать. Бижикрмашрбат, почему финансовая энергия работает именно на том исходе, что бихмашрбат, вы получаете некачественное энергосостояние, понимая, в чем суть. Бижикрмашрбат, вам нужно перетрансформировать эту энергию. А каким опытом? Бижимат, либо вы физически вступаете, начинаете искать новые бизнес-программы, меняете работу, михмашерпат, меняете на более ресурсное место созидания, а вы попробуйте создать в этом поле энергию. Бижикрмашерпат, активизировать эти формы созидания, направить ее на созидательную основу. Не в обиду вступить, не в страхе. Поговорите с начальником, бижикрмашерпат, активизируйте эти формы возможных формы. Мишербашхарбасхарбат, для того, чтобы запустить этот энергопотенциал, только тогда будет источником для вас. Лимасебат, это касается абсолютно всех программ. Правда ли, что должники, кому простили долг, отрабатывают карму того, кому должны? Бижи Машер Масрбата. Если это ООО души проходит в опыте, бижи Куш Курмош Рбота. Естественно, у каждого свои истоки, свои программы, свои эмоциональные состояния. Либо Шишу Куш Курмош Рбос Рбата. Каждый испытывает в своем состоянии свои энергонакопления. Бижи Курмош Хад. Испытывает страхи, либо состояние должника. Также испытывает страх перед носителем. Либо Шишу Куш Курбота. Естественно, обе души работают в свою монадическую основу. Дима Шишу Машер Баскар Башер Рбата. И тут, естественно, кармические плоды накапливаются, если не выполняют всю задачу. Бижикрмашербасхарбата деструктивно занижают поля бижикрмода, особенно тот, кто взял долг и не отдал, бихмасантимишермасхарбата. Соответственно, качественная структура энергии уже не сможет в дальнейшем вам создать материал. Вы обязательно, если вдруг создадите новое поле бижикрмашахада, вы коснетесь этой энергии, вы ее проработаете обязательно. Лимашакурмашерпот. Например, взяли в долг, не отдали бижикрбат, построили на этом бизнес. Михмасантимашербат. Этот бизнес не будет ресурсным для вас, понимаете, для себя. Либо же уже
будет. Понимаете, то, что все бумеранг в этой основе, какую запустили энергию, то и получите в состоянии своем. Вот вы говорите постоянно, что не надо сублимировать деньги. Но как накапливать на покупку дома? Лензи мишемаса дежу кожи крубосинди, мишемаса хроу работы тиды за масрамада. В том-то и есть осознанное состояние восприятия, как можно оперировать деньгами, осознавая восприятие систем этого мира, и, соответственно, запускать энергоплоды, бижемашрапата. То есть важно запустить энергию, бижекурмашрапата. Вы осознанное существо, соответственно, находите новые ресурсные коды, мишрапата, храбасрапата, начинаете энергию запускать в какие-то новые формы программ, бихмашрапата, которые несут плоды, активизируют формы, выступаете в игры, вы запускаете энергоноситель. Вы не сублимируете эту энергию, и вам, естественно, эти новые формы игр приносят плоды, усваивая, увеличивая эти оборотные состояния бжикужикурботы, что дает вам возможность активизировать эти формы. Дима Сантимешрамада, тут нужно понимать очень важный момент. Мишикурмашхана, сублимация любой энергии, бишмашхана, страх за деньги, он несет подачи. Лимишикужикурмашрапота, так работает энергия на Земле. Линзи Мишимада, вам нужно создать энергоматериал, запустить энергию, только тогда она будет работать на вас. Мишикамашишико работа миссинталимашихада, поэтому подумайте об этом глубоко, бихмушерупошхорбота, в плане того, что каждая энергия требует заполнения кода, михмашермасрбата, неважно, финансовая, лежекурбошхорбота, неважно, если вы хотите получить любовь, так вы создайте ее в своем материале, создайте как источник, мушекурмашхада, если вы хотите получать финансы, вы создайте этот источник для системы состояния, бижекушекурмошежекурбошхорбота, у вас масса различных форм инструментов для того, чтобы создать эти коды. Мишекурмашрбат, например, многие говорят, что у меня больное тело, я не могу работать, мишекурмашерукосахурбошежекосахмит, но к вам не придут финансы, если вы не активизируете свое состояние энергофизической базы межкурмашрбата, вам никогда не придет энергия на подачу. Либо сабасрбата, вы будете стоять на одном месте бижекурбота, вам матрица не будет подавать новые качественные программные исходы. Девочка же козык метамашрмасрбата, соответственно, энергию нужно создать, запустить процесс межкурмашрбата. Почему тело отяжеляет и не дает вам энергосостояние? Соответственно, займитесь телом, займитесь здоровьем, питанием постепенно, пошагово. Душекурбота, как только клетка начинает вырабатывать энергию, у вас состояние качественных форм энергопотенциальной работы сознания начинает из матрицы брать уже новые формы, программы. К вам придут новые формы, мысли-пакеты, люди, которые соберут вам новые обеспечения событий. Дима Шермашербата. Но оно не соберется, если у вас загрязнено тело, загрязнено, соответственно, сознание. Бижикармашхада. Эмоциональный центр негармоничный, соответственно, энергия уходит. Бижикармашхада. Поэтому создавайте целостную работу, чтобы получить все более мощный, качественный результат. Оборот денег должен быть постоянно, вложили продажи, увеличили и так далее, дорастет до покупки. Мигмасамада, кстати, надо заказать мужикурмашерпота. Если у вас нет привязки к месту, бижимада, к денежному носителю, это хороший показатель мужикурмашерпота. Если вам легко, допустим, расстаться с территории, перейти на другую, бихмашермасхармашахада. Нет привязок, соответственно, денежный носитель работает, мужикурмода. И многие люди уже используют этот источник как информационное поле на своих основах, тамашермасхармата, меняя постоянно структурное состояние. Из одной квартиры в другую, бишкамашерпата, дом, квартира, не важно. Важно, пожирбат машины также, лидохурмошерукурбосрботы. Вроде бы сказать, что бихмасабат, а зачем, у меня и так хороша бишекурмашерпата, вы запустили новую энергию, бижемашерпата, вы умеете прощаться со старыми программами, всегда придет новое место бишекурмашерпасрбата, на место пустое новая энергия. Лизовый жекод, это абсолютно по всем параметрам, касаемо всего, что используется в своем определении поля. Компания Финика, выполнит ли свои обязательства перед инвесторами? Либо Шишуко Захмита Машерпата. Кто останется в четверке, естественно, получит плоды и актив. Тоже Курмашрупота. Кто уйдет в третье поле? Бихмасрапата будет деструктивно в долгом времени отрабатывать. Миша Курмашка. Но это новая система, которая экспериментирует формы работы сознания. Она еще будет существовать. Миша Курмашрупота. Если вы осознанно воспринимаете коды, если вы в осознанном восприятии правильно рассчитываете формы, наблюдателя уходите, Миша Курмашрупота, вы обязательно получите плоды. Расскажите, пожалуйста, про инвестиции с точки зрения энергии, как это работает. Миша Машерпат, смотря какие инвестиции. Миша Жуко работа Низидабас или Машерпат. Инвестиции бывают разные, либо также создающие заторы, Миша Курбат, не побоюсь этого слова, то есть опломбы в состоянии, Миша Курбат работа аккумулирует энергию не на поток, а на состояние свое. Миша Машерпат, а есть инвестиции работающие, которые Миша Курбат дают активную энергию постоянно в потоке. Миша Машерпат, например, почему на сегодня Миша Курбат работает виртуальные игры финансовых кодов, например, фондовый рынок, Миша Машрбата, криптобаза, бихмас, антимишрмасрбата, они хороши тем, что вы эмоционально работаете, межикужикурбоши работы хмады, эмоционально работаете, выделяете энергию, межикурбота, осознанное восприятие тут очень важно, бисмбата, вы специально не сможете его создать, межикурмашрбата, тут создать можно только состояние, линзимишрмасрбат, када, и когда вы научитесь создавать состояние целостной работы, межикурбата, вот тогда будут у вас успехи.
Святое место пусто не бывает. Так. Правильно ли работать с визуализацией цели, иметь намерение, а не думать о деньгах? Деньги – это всего лишь инструмент. Миша Камашкан, совершенно верно. Алима Шишукович Курбот, при этом намерение создавайте на качественную основу, на созидательную основу, запуская энергию в поток, соответственно, до Машерпата. Денежный носитель в программах матрицы даст определение свое. Как влияет посещение храма Спиридона на Корфу, на денежный поток? Мих Масхан, напрямую. Лида Хурмоша Жукурбоса, Индимиша Жибаса Хурбота и Мих Маса Диджику Жукурбота. Потому что это самый качественный портал, который дает возможность тактильно человеку Бижукурбота войти в этот поток и, соответственно, создать свои новые формы. Можно ли считать неким экзаменом систему нашего выбора трат на то количество средств, которые каждому выдано? Бихмас Рамада, однозначно да. Бижукурмуш Хода, вы совершенно правы в том, что Бихмас Жукурмуш Хода, Димисаймаса Хармаш Рабада, что вы вообще в жизнь проходите, это некий постоянный экзамен. Бихмас Индемада, прошли ресурс, прошли урок, Мажукурмуш Хода, сдали экспериментальную работу, пошли дальше в качественный сток, вам дали новый путь, Мажурпада, более качественную энергию познать. Линза Машихада, я с вами соглашусь на все 100. Какая связь между деньгами и спортом? Деньги и Машерпата. Связь есть, потому что энергопотенциал работает. Мишика Машерпат, когда вы энергию заполняете, у вас каналы начинают активизировать, убирать опломбы. Демашикан, кровь начинает работать, лимфосистема тоже прокачивает. Заметьте, когда вы уходите в спорт, тело начинает активно, ближе к работе, работать в состоянии потока, мих масса, демиша, кожа, кромоша работает. И, соответственно, система активного поля работы, мих масса, же Машерпат, это ваша энергосуть, мих масса, кромоша кода. Естественно, энергию поддерживает, состояние системы заземления происходит, у вас открывают новые формы, возможности сознания, бишка Машерпата, гармоничное состояние, баланс состояния энергоцентра и, соответственно, эффективная работа на физике. Мих Масхада – это целостное состояние. В семье один зарабатывает, другой сублимирует. Как отразится на зарабатывающем? Вижу же козык Мита Машерпата. Тут нужно смотреть индивидуально, насколько кармическая связь и кто за какой ресурс отвечает. Мишка Масхар Машерпата. В любом случае, мужчина и женщина, если в партнерстве, то Машерпасхар Башхада, они должны находиться на единых полях вибрации. Мишерпата приближенных друг к другу. Понимать, слышать, осознавать Машерпата, принимать матрицу системы тех вибраций, которые Бижик Рубот Хурбот, ваше сознание в распределении потока имеет свою основу в работе. Мишика Машерпат Хурбат. Если вы будете на разных вибрациях, вы никогда не будете друг друга понимать. У вас будут разные источники. Один складывает свой кошелек, другая Бижика Машерпат ведет активную деятельность по финансам. Даже Курмаш Рубота. Здесь Биг Масса Бата. Очень важно, насколько эгрегор целостный в подаче. Мишика Журбота. Почему финансовые активы Биг Масса Дебата очень важно в бюджетировании вводить в целостный режим? Даже Курбата. Сразу поначалу, как образовалась семья. Ленца Миша Машерпата. Ценность определяет свой код, Миша Машхада, наполнение в состоянии взаимосвязи общефамильного ряда. Лидуху Мушер Босхур 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 Босхур. Ни в коем случае не нужно распределять бюджетирование между инь-янь. Бихмаса Дебат. Вы никогда не получите максимального плода в системе эгрегора семьи. Либо же Жукожи Курбота. Поэтому для себя понимать, если вы ушли под фамильный ряд, создавайте общее поле. Так. Вот тут интересно, да, если отдаете жене, нет проблем. Бих масс интимиша курбос интимиша масс харбата. А если вы отдаете жене, соответственно, у вас энергия и гармония есть, вы доверяете ей. Лежи куш курбот. Если вы не отдаете, значит, где-то энергия поломана. Бих масс хармашипат. Она не дает вам плодов, значит, вы не удовлетворены чем-то. Бжурбот, вы в разных вибрациях, в разных матричных основах. Создайте, опять же, поле, активизируйте эти формы. Бижи курбот, чтобы вам хотелось отдать. Мужик курбот, а ей не хотелось тратить. Бижи курбот, либо наоборот. Так. Как узнать переход в 4D по финансам? Линдых Миша Мастербата. Будут события очень быстро собираться. Миша Курбата, если вы перешли даже Курмуш работу, у вас события будут эффективно работать в плане сонастройки. Финансовые модули будут просто приходить в потоки. Миша Курбата, вы даже сами будете не осознавать, как это без состояния физических, энергетических основ, Боже Курбота, загруженности своих систем в Биг Машербас Харбата, дабы спланировать задачу, Миша Курбота собирается события сами собой в потоке. Линдзе Машер Мастербата, и вы четко это прочувствуете на себе. Поточное состояние. Люди пришли, программы, финансы дали через матричные активы, даже Курмаш Рухода сложили по осознанности. Мишка Машерпада, по осознанности, ключевая фраза. Мих Мастер Машерпада, если осознание на двух работах на высоких полях, Мишка Машхада, если целостная работа по всем чакральным центрам ведущая, Мишка Курмаш Рухода, целостная работа, соответственно, у вас будет в потоке собираться все события. Щедрость качественная ли программа? Бижик уже Курмош Рупотах, Мастер Бата. Качественная ресурсная программа, и щедрость очень хорошо определяется в бумеранге. Бих Мастер Тимич Рупата, она в плодах достаточно носимая. Есть практики, в которых предлагают стирать какие-то опыты. Насколько это безопасно?
Линдзи Мишель Жукур Бош Рупота. Я вообще не рекомендую уходить в Биг Масс Энд Маш Рупота. Например, в стирание опыта Биг Масс Рупота, либо в какие-то регрессивные гипнозы Биг Масс Рупота. Тратить на эту энергию зачем? Линдзи Мишель Бош Рупота. Вы же пришли в этот опыт, Биг Масс Рупота, вы определили его. Вопрос в другом. Если эта энергия до сих пор находится в вашем сознании, и она вас истощает, вот тогда ее нужно убирать. Биг Масс Энд Маш. Например, мы завтра на женских практиках будем убирать те энергосостояния, которые истощают на сей день. Биг Масс Рупота. Зачем они нужны? Линдзи Хурмоши Жукозах, Мита Мастер Маш. Тут нужно понимание четко иметь для своего сознания, восприятия, Мишель Машахада, что меня это истощает. Мишель Крубота, если истощает, нужно убирать. Лето Хунзагур Моцити, Мишель Маскар Машарбата, Крубота Хода. Но, опять же, в каком формате сознание находится? Если в третьем формате, тут родовые связи активно работают. Мих Машер Маскарбат, с родовыми связями нужно активно работать, для того, чтобы хоть улучшить свои показатели качества жизни. Мишель Машарбата, поэтому здесь нужно смотреть индивидуально в подходе. Почему не хватает денег? Мих Масанди Мишрабат, потому что душа заказывает определенный опыт в состоянии для того, чтобы Бижику Машрабата вам выдать максимальный энергоструктурный эмоциональный фон. Рима Санди Машкан, потому что ваш эмоциональный фон с физического аватара, с людских параметров, это основа бытия Гаи, Бижику Машрабата, в том числе существования души. Линдзи Жукур Моцити Мишель Машрабата. Естественно, когда нехватка денег, это в третьем формате опыт колоссальный, Бижику Машрабат постоянный, на каждом формате отражен. Линдзи Хурмоши Жукозик Мита Мисин для Машрабата. Соответственно, Бижику Машрабата Машрабата. Постоянно нехватка ресурсов финансов, даже курмоды, аппетиты растут постоянно, в зависимости от осознанности восприятия матрицы, межкурмашрабата. Если вы даже активные богачи, межкурмоды, даже в третьем формате, вам все равно будет мало денежного носителя. Лида худомосанди межрмосанди межрбас хармашрабата. И почему мало? Потому что энергия должна активно работать, межжукурбошрбот, потому что вы должны проходить опыт, максимально взять из матрицы программы свой опыт, проработать эмоционально, соответственно, активизировать эти энергии в состоянии монадической основы, накопить эти энергии в полях и дать и выдать гаи. Мишукурбот для того, чтобы планета существовала на Земле, Мишукурмошрупот, потому что система существует только за счет выработанных энергий человека. Димашрупот, и чем больше вы программ проходите, финансы это основные энергии, которые человек вырабатывает с помощью своих Мишукурмошрукода энергоносителей в программу обеспечения через финансовые коды, они дуже масхады дают плоды, это любовь и финансы. Книга «Почему богатые богатеют?» Истинность Мишукурмошрупота 32%, не более. Скажите денежные числа. Миша Машер Масарбата 369. Абсолютная энергия самая максимальная. Так. Когда дефолт? Миша Жукозик Мида Машер Курбот Инзида Машер Пасарбата. Не будет дефолта. Биг Машер Пата идет пересмена ресурсного состояния в том, что вы переходите на электронные деньги. Биг Машер Пата это новый формат финансового носителя. Биг Работа во всех странах, которые обретают новые формы цифрового мира. Биг Машер Пата. Поэтому в этом мире, в этом состоянии систем временной матрицы Миша Кармашер Пата это именно так происходит. Лимаш Работа. Почему происходит дефолт? Потому что Дима Синти Миша Машер Пата. Система не справляется иногда финансово. Дуже Курбот структурная энергия бижикурмата не прокачивает финансовые энергии эгрегорной базы бижикурмаш рукода, человеческая суть в основе, то есть обнуление глубоко проходит. Поэтому дефолты были выданы в определенное время. Бижимаш рупада, дабы переиндексировать, обнулить старые программы, вывести на новые формы. Либо же курбош рукода, но человеческое сознание, оно пришло на эволюцию, оно растет, оно активизирует форму, оно создает новые базы, новые основы, новые программы. Соответственно, вы проживаете этот опыт более высоко и более в качественных основах. Михмаш рупада, для этого вы пришли сюда, создать новый мир, активизировать новые формы. Машрабат, полюбить этот мир, Бижикурбат, чтобы каждая душа приходила сюда и понимала, в чем суть бытия, Бижик Машрабат, и хотелось быть в этом мире. Лимашработ, ведь души приходят на деструктивные проработки, Бижик Машрабат, Харбат и Джурбот, нехотя, но есть система, которая Бижик Машрабат не может оградить от этих носителей, потому что они обязательны в требовании системы Монады. Лето Хурмоши Жукозик Митами Синте Машакада, поэтому все, что происходит с вами, Бахазамашрабат, Харбат, все дается по уровню сознания. Я не побоюсь этого слова, Дуже Хурмошработ, насколько вы работаете с собой, настолько вы получите ресурс. Миша Кармашрабата, вкладывайте энергию в любой источник. Машрабата, в любовь. Мих Масрабата, в работу. Машрабата, в своих детей. Линда Хурмода, в себя, как источник. Машрабата, в своего мужа. Машрабата, в свою супругу. Лидах Миссинты Масрабата, столько вы получите в обратной связи, в том числе и по финансам. Лидах Масрабата, потому что здесь оценивается целостная работа эгрегорных баз. Мих Масрамашрабата, вложили в детей, дети обязательно вам дадут плоды в сонастройке, потому что все бумерангом. Лидах Мошрабошхода, не вкладывайте. Вкладывали детей,
не давали активности формы работы, не заложили параметры качественных основ, то Машрапата, что вы от них будете ожидать? Вы будете все время в них вкладывать, потому что эту энергию вы не сможете, Бижукур Машрапаты, проиндексировать, потому что качественные формы бумерангом будут Бижукур Машрапаты проявляться в этих программах. Колесо сансары. Дигма сантимиши Машхада. Поэтому, чтобы двигаться дальше, Мишек Машхада, естественно, нужно сначала уважить себя, Бижукур Машрапаты, получить вибрацию в потоке Мих Машхада. Эта вибрация вам даст новый уровень качественного состояния, Бижукур Машхада. Придут новые знания, новые потоки, Бихмас Антимишрабаты. Соответственно, вы создадите новый мир для себя. Как дарить подарки, когда это наполняет радостью, всегда ли хорошо? Бихмаш и Мастербата, вы же дарите, вы испытываете эмоцию, Бижакамата, конструктивную эмоцию, активизируете эти состояния, соответственно, дарование вам Бижакамата в конструктивном активе и бумерангом возвратится вновь. Бижакамата, как правило, возврат с этим бумерангом, он более качественный, более плодный. Линза Бат, но с другого источника может прийти Бижукур Машрапаты, смотря как я распределила матрица. Какие будут кредиты в 4D? Миша Машрапаты, качественный уровень будет состояние Бижукур Машрапаты. То есть человек будет использовать кредиты на качественной основе, не для того, чтобы обеспечить себе жизнь и как-то создать себе поле Бижукур Машрапаты, чтобы потом всю жизнь нарабатывать на этот источник Бижукур Машрапаты в деструктив, находиться в страхе, чтобы его пополнить. Линза Маша Масхада, кредитное состояние, и также в банковских структурах данные Бижукур Машрапаты, Миссинта Машрапаты, но нету долговых обязательств. То есть человек, осознавая четко в четвертом формате, что если я отдаю деньги, я отдаю свою энергию. Линза Машрапаты. Поэтому друг от друга вы не получите долговых обязательств, как раньше в родственных связях, например, либо в дружеских основах, потому что матрица предполагает такие программы. Алитах Мушукур Башукода. А здесь финансовые структуры в кредитном состоянии, именно в банковских структурах, они дают плоды в чем? Дужукур Машрапаты. Они дают качественное состояние бытия во всем. Дыхмасрабаты. Вы вкладываете на качественное созидание. Есть ли материальное ограничение по судьбе? Линза Машрапаты, Мита Машрапаты. Я уже отвечала на этот вопрос в плане того, что Лидух Машрапаты, какой параметр системы носителей качественной жизни заложен, душа, естественно, заказывает этот опыт. Мих Масанда Машрапаты. Но вы понимаете для себя, вы же в своей игре, в своей матрице. Какой мир создадите, Машрапаты, тот мир и будет на вашу вибрацию работать. Мишек Машрапаты, потому что система опыта такова, например, Мих Машрапаты, Харбаса, Машрапаты. Качественная жизнь в чем? Мих Машрапаты. Женщина выходит замуж, Машрапаты. Вроде для нее качество, она другого хода не знает, Мажор Масхар Башхада, мужчины разные. Линза Машрапаты, к женщине ресурсно придет качественный носитель. Мишакур Машрапаты, к женщине с отработками, с кармическими связями придет ресурс такой. Линза Мишакур Машрапаты, вы вкладываете в себя, вы нарабатываете поле, на энергию придет качественный ресурс. Линза Машрапаты, Козак Митамад, потому что здесь в первую очередь зависит от вас, как системы, как инструмента в данной работе. Так, дальше. Дизи Маша Масхар Боты Мишакада. Очень много задают вопросов по криптобазам. Бих Маша Кода Биткоин для Баскана. Интересует всех биткоин. Бижур Башхада. Биткоин будет активно расти. Бижукур Маша Кода. Сейчас поляса настроек пройдут, и под конец года он будет ресурсным. Лима Санти Миша Маша Бат. Пока он был плавающим то вверх, то вниз. Мишакур Маша Бата. Но в итоге он даст максимальный показатель в конце года. В партнерстве обязательно ли мужчина должен обеспечивать? Миша Кожу Грубостинти, Миша Масарбот, это Масармада. В третьем формате это программа системы сонастройки программных матриц, они имеют такую основу познания ваших знаний, Миша Кожу Грубот. И у вас есть обязательная форма, что мужчина-носитель. Линдах Масарбат, это программа матрицы, Миша Кожу Грубот. В четвертом поле Бих Масарбаш Грубот. Нет такого, что глава один, Бих Масарбат, исполнитель другой. Бих Масарбаш Грубот. Женщины достаточно ресурсные, даются в четвертом поле, Бих Масарбаш Грубот. Энергоемкие женщины, они приносят достаточно активные плоды, Бих Масрабаты. Нет разделения того, что кто блажи, кто Бижу Машрапаты активен в финансовом поле. Линзахур Мосанди Бишахур Ботанди Мишрапата. Будет матрица складываться так, чтобы вам доставалось в балансе, в гармонии, в инь-янь идти. Линзи Миша Масра Машрапаты. То есть не будет потребительских систем со стороны женщины, Бижу Машрапаты, не будет обязательств со стороны мужчин, как в третьем поле, но вы при этом Бижу Машрапаты в интересе, в благости будете создавать свой мир, Мих Машрапаты. И это инь-янь как система, как гармония, как баланс будут Бижу Машрапаты в каждой семье основой. Так, давайте еще пару вопросиков. Давайте я то, что администраторы мне отправили, вроде тут интересные вопросы были, и задам. Сейчас, секундочку. Куда-то они у меня потерялись. Администратор, отправьте мне, пожалуйста, вопрос, который отправляли на практику в рабочий телефон. Я пока отвечу. Так.
Вопросики какие еще? Пару вопросиков отвечу. Так, вот вопросики, смотрите какие. Расскажите, что будет с деньгами в четверке, какой смысл будет нести этот инструмент? Мижу кожу кромошу рукор, ботан башапата. Опять же, поточное состояние, бихмасар башапат. Когда разум и сознание не задумаются, как накормить себя, как прожить, как из этого источника негодования выйти, бежи кромоды, чтобы создать себе жизненное поле. Михмасар мада, в потоке работать, это самое главное. Римашу кожу кромошу рукор, ботан миссин тамашапата. Денежный носитель естественным процессом будет работать в поточном созидании. То есть создаваться базы будут сами на качественной созидательной основе. То есть вы только подумали, система Бихмашрапада подала вам эту направленность, потому что программа системы созидательных основ – это система форм. Лима Шижикожигурбота. Высшая я приняла эту мысль форму, соответственно, собрала события. Межигурбот пришли люди, программы, бизнес-проекты, Машрапада сложены денежные носители для того, чтобы созидать. Межигурбота, но к этому нужно прийти. Каждому нужно найти этот исток, соответственно, еще есть время поработать, соответственно, вибрационно поднять свои основы. Бихмашхан, чтобы перейти в этот источник формата программ. Стоит ли доверять финансовым пирамидам, которые сейчас так популярны в России? Межи Машер Масарбата. Это эксперимент, но при этом долгие структуры качественные, долгосрочные, долговременные. Ледок Масанди Мишерпата. Есть экспериментальные системы, которые на сегодня, опять же, вас, Бижгур Машерпата, активно. Биг Масали Мишер Масарбата. Как инструменты прослеживают ваше состояние. Экспериментальная работа ведется активно. Ледок Румоши Жукозак Мита Мишер Масарбата. Но все больше и больше будет появляться различных форм финансовых пирамид и Бижгур Моды, структурных виртуальных модулей финансовых структурных программ, Бихмашер Басарбат. Эти структурные программы, естественно, будут давать плоды. То есть человек, не затрачивая энергию, не идет на работу Мижика Машерпада, у него будут источники виртуальных созидательных основ программ, то есть игр финансовых, тоже кромоды, которые будут давать качественный финансовый поток. Бихмашер Машерпада. И человеческая стать в четвертом формате, она не задумается, просто будут складываться финансовые носители таким образом, потому как вы рассчитываете уже более глубокие формы программ, не затрачивая энергию, но осознавая себя. Поэтому, когда вы вкладываете себя в качественное состояние, в свою осознанность, восприятие, в целостную работу. Лимаша Камашапад, это вам дает плоды на долгую-долгую жизнь. Димашермашхарбат, когда сознание рассчитывает программы высоких форм. Димашермашхарбат рассчитывает цифры, которые нужно в тех же виртуальных играх рассчитать и поставить. Михмасен Димашерматахали. И, соответственно, на высоком уровне сознания уже дает более глубокие плоды. Почему так? Ну, по поводу пирамиды финика я уже сказала. Как лучше всего относиться к деньгам, чтобы их становилось больше? Линда Мада, с любовью, с благодарностью. Мы же Крумашру Корбута, Миссин Тамашипада. Помните, какую энергию закладываете, неважно, идете на работу, Михмасар Машарбас Харбата. Находитесь вы своим партнером, который вам дает физическое восприятие Бжукурмашрупота и дает вам финансовые потоки. Михмада, задать параметры энергии, это основа. Лима Шарбош Харбота, Мосин Тамашипада. Как руководитель относится к своим трудящимся Джукурмашрубос Хамада? Насколько он, Джукурмашрупота, активизирует эту форму работы? Насколько источник обменного поля работает, Михмасахада, будет зависеть созидание проекта для вас. В какие сферы лучше всего вкладывать деньги на сегодня? Лима Шижукозых, Мита Маширвозых, Маса Лимитах и Машерпана. Сферы на качественное созидание. Помните о том, все, что несет качественную структуру, неважно производство, например, питание качественное, дикумашербашибата, одежда качественная, бижикурмода, все, что вы используете, медицина качественная, бижирбата, образование качественное, то есть новое время пришло, лидок мошурмошипода, и все, что в новых проектах будет созидаться в основе, это принесет вам результат. Лимашерпата, если строительные проекты, мишикумашерпата, новые дома, они будут округленные, с энергетикой определенной, бижикурмады с определенными порталами, потому что будут настраиваться через формы программ, Машер-Масарбаты, в основном стекло будет использоваться либо древо. Лидах Масен Башавады. Когда вы будете более осознанно рассчитывать эти проекты, Бих Масен Демады, естественно, вы получите плоды, потому что вы возьмете этот проект как созидательную основу. Лима Шерпата, вы рассчитаете ее. Лидах Машерпот, как структуру, как новую форму. Внеся в нее деньги, Бижик Машерпата, вы получите плоды. Пока Бих Масен Демишерпата, пока вы находитесь на том, что Бижик Машерпота, у вас поступают финансовые какие-то новые программные обиходы и Бижик Машерпата. Если вы осознанное существо, если вы уже достигли определенного квалификации, опыта, так скажем, Бижу Машерпата. То есть вибрация позволяет рассчитать эту программу, принять Бижу Машерпата, применив ее на себе, Бижу Крупота, вы обязательно получите плоды в новых формах. Как попасть на работу к Ирине? Слушайте, сейчас ищу как раз работников, так что всегда есть у нас объявления. Приходите. У нас все больше и больше, наша команда растет. Так. Какой баланс должен быть между тратами и тем, что мы копим, оставляем в процентах?
Лезвие же козы к метам и синтемашер пада. Вот помните о том, что чем вы больше энергию активизируете в программе для созидательных основ на качество, бижик машикан, тем больше вы получите плодов. Лензи метамасрмада. Если вы будете жалеть бижик машрпасхарбата, у вас будет страх бижик урбот аккумулировать этот денежный носитель, вы эту энергию будете сохранять постоянно в потоке. Лензи мишамасрбата. Если вы вдруг бижик урбош урбот и понимаете, что вам захотелось это платьишко купить, михмасрбашка, да, она вам радость принесет, эмоцию, либо же кружок урбота, но денег у вас 200 рублей в кошельке. Бихмасенти мишажук кожу работы, купите, у вас эмоциональное состояние в настройке придет к определенному опыту, мих машерпада, и вы уже на бижек работы, на ступени выше уйдете в эмоциональный актив. Это ваша структурная целостная работа, и у вас энергия с матрицы придет уже на это состояние, на новую форму. Дымашикада, вам придут люди на эту форму, дымашикада, новые события и так далее. Линзи миша машерпада, а если вы будете 200 рублей держать в кошельке бижек румады, потому что они у меня последние в источнике, бижек уже курмошер кода, вы эту энергию будете копить. Она не даст вам исход, не даст качественных форм. Так. Какие мыслеформы увеличат финансовый поток? Лензи Миша Масса Дижук Рубота и Миса Мада. Благодарю за этот опыт, который дается мне по финансовой отработке. Лема Шикана, принимаю его всецельно и сполна. Бижук Рубоша Рубота, запуская намеренно на качественную жизнь в форме определения своего истока. Миша Машкара, проговаривай, каждое слово имеет формат. Миша Камашарпата, чем глубже вы проговорите в своем осознанном состоянии восприятия, тем монада более зафиксирует этот код. Миша Камашарпата, но вопрос заполнить, активизировать мысли, форму и намерения Бижук Рубота, это основная задача Бижук Рубота осознанного существа в этих формах. Лидах Масрбада, помните о том, что каждая мысль, приходящая в состояние Бих Масрхада, это ваша программа. Лидах Румода, пришла форма, состояние мысли формы, я хочу лучше жить. Мих Масрхад Башрбада, спросите, как. Лидах Курмошикод, задайте вопрос высшему я, Бих Масрхад, вам пространство обязательно подскажет ответ, если вы высоковибрационный, вы обязательно получите ответ тут же. Бишакрбада, на плакате, Дажурбота, Мосрбота, на телевизоре, Бишакрбада, на радио услышите, Бишакрбада, человеческая суть вам подскажет по телефону. Лидах Масрбада, чем выше вибрация, тем вы больше осознаете этот мир. Бижакрабат, вы читаете глубже информацию, которая подается постоянно вам. Лизакада, любая цифра, которая приходит к вам в сознание. Бижакрабат, любое слово, которое приходит тут же в исток. Лидах Масхад, просто понимайте, осознавайте, для чего это вам дано. Так, расскажите про денежные камни, что лучше, какие лучше всего работают. Лиза Миша Рамошихода, минералы на сегодня источник неактивной формы работы. Миша Машарбат, потому что вы в переходном состоянии, минералы все-таки источник энергоподачи, это третий формат. Лима синтежу кожу курмошу рукоты к масакаде. А вот минералы с чакральных гор, естественно, дают силу и мощь. Линзи мишер масхарбада. Если вы используете минералы с чакральных гор, мишерпада, естественно, вы накапливаете эту мощь и силу. Бижу курмошу рукоты работает. Многие минералы работают на очистку пространства, либо аккумуляцию энергии, либо источник мощи и силы выдают. Мишек масхарбада. Но все чакральные горы, они несут состояние качества. Лидах мишежу кожу курмошу рукоты. Поэтому здесь однозначно бих масакана самый эффективный минерал, бижу кожу курмошу рукоты, это минерал чакральных гор. Либо бих минерал, который в округе портала эгрегоров православия, либо эгрегоров вероисповедания, имеется в полях. Межикурмошхот. Например, в буддизме лава активно используется. Межикурмошхарбата. Это минерал, который дает ресурс. Межикурмошхарбата и межикурмошхарбата. Также в православии где-то бижикурбота на поле территории бижикурмошхарбата приобрели минерал бижикурбот, который заряжен этим источником, также дает поток. Линзимитамасармашхарбота. Силовые системы, они достаточно эффективно разбросаны по территориям дыхмашикана. Важно осознавать и понимать, как эту суть принимать. Женские деньги и мужские. Есть ли разница в финансовых потоках? Линзы межжукозых метамашрукада. Тут измеряется вибрационное состояние. Линзы межработы. Если говорить женские и мужские, если градация в этих опытах, мисбата, в среднем формате она активна, и вы знаете про них. Линзы хурмошжукурбошрукода. Если говорить о том, бихмашрмашрпадхурбота, есть ли разница в этих кодах, миссинтомата, есть разница только в вибрационном состоянии. Линзы хурмошжукозых метамашрмашрпада. То есть вы должны понимать, и женщины, и мужчины, никто никому не должен. Бихмашрмашрпада. У вас у каждого поле бижакурмашрхада. Но сколько вы друг друга создаете состояние в эгрегоре семьи, находясь либо в состоянии партнерства, столько вы плодов получите для себя. Бжурбот одновременно в состоянии стока. Лидах мошежу козык мета машермасарбата. Нету градации женской энергии, либо мужская именно в финансовом активном поле. Межик машерпата. Есть градация по вибрациям в состоянии человеческой основы. Дымашермасарбат. Поэтому здесь очень важно понимать. Если мужчина более вибрационный, бежик масарбатарбата, то к нему нужно стремиться активно. Значит, ему нужно выделять любовь, ему нужно выделять благость. Если женщина более активна, соответственно, мужчине нужно
Ты пишешь, Машахат, создать пространство женщин, чтобы было, была благость во всем. Ты, Машахат, создать любовь, создать портал эгрегорного партнерства для того, чтобы бешекруботы совместного биходи получить новые энергоформы. Дима Сентимисима Сабада. А это опять же ваша вибрация. Как работать с энергосистемой, чтобы деньги приходили легко? Big Mass in Vida. Опять же вопрос вибрационный. Лежа жукожи крумо сентимишерма сарбашерба сарбата. Вот все многие думают и говорят о том, что Дмашерба сарбата. Он богатый, ему все легко. Алинза Машабат. Он же не просто стал богатым. Дима Шерпот. Он явно где-то трудился в истоке. Мих Масар Машерба Сарба Шерпота. Да, может быть, Манада заработал определенный опыт и так далее. Мих Масарбат. И за что-то заслуга. Бежа Машхурбот Шерпота такая, что в этом опыте Биг Масарбат. Ему дается бежекурбота сполна. Бежекурбота. Деньги с неба капают. Алина Хурмот, ну это единицы. Биг масса димишерма, да хурбос работа. Каждый богатый ценит деньгу, боже курмош работа, любя и активизируя свою работу. Помните о том, что любой богач межрбаты тут же индексирует форму созидания энергии на новые проектные состояния, на новые бизнес-программы. Лима Шермашха, да почему он это делает? Потому что, как правило, в третьем поле, бежи кужу работа и босс интебата, в четвертом немного иначе это работает, мусс интебата, в третьем поле состояние земных программ. Те души, которые воплощаются в земном поле, бижикрамашхада, они более ресурсны в земном модуле носителя. Межикрамада, они быстрее распределяют денежные носители, они быстрее формируют бизнес-программы и так далее. Но они, бихмашерпаты, заметьте, не держат деньги. Бижикработа, если взяли кредитное состояние, то они тут же запускают их в источник. Бижикрабата, а бисибасхарбота, где-то залатывают дыры, а где-то запускают проект. Литахумоши жукозок моды. И ни один богатый не будет бихмашерпаты собирать денежный носитель, бихмашерпаты, он не станет богатым, если он не запускал энергию свою. Поэтому здесь точно нужно понимать. Пришла деньга, запустите в энергосостояние. Это же курмошрупота, бихмасахат. Активизировалось поле, каждая энергия дает каждый формат. Бихмастер мошекот, не сублимируем ее. Бихмоши жукожи курмошекот. Поэтому подумайте об этом источнике, он достаточно ресурсно работает. Бихмастер мошекот. И, соответственно, дуже кожи курмошрупота. Каждый должен понимать, что энергия должна работать с благодарностью, любовью, с формированием поля. Но есть еще такой источник, когда становится богатым и тут же бедным. Бихмасахат, очень частое состояние. Когда взял кредит в дуже курмоты в бизнес программы, и при этом недостаточно было энергии сформировать новое поле. Мих Масахады. И, соответственно, энергия создала пломбу, душу курмоши кода не дала ресурсное состояние качества, качественной работы. Лидах Моши Рупот, потому что энергия не направилась на созидательную основу. Значит, где-то были долги, они не перекрыты, мы же курмоши работы. И, соответственно, эта энергия вернулась в исток. И человеческая судьба мирангом отрабатывает эти коды. Как правило, в третьем формате эти коды, они заложены достаточно в активной работе. Дима Сентимижи Жукожи Курбота. Поэтому здесь дизамасрабат нужно быть осознанным существом, вибрационным, чтобы понимать суть активности работы, получать знания, активизировать в своих формах и, соответственно, направлять. Так. Ну, в общем-то, на эти вопросы я ответила. Так. На третьем потоке какие будут ученики? Бижу козык Миша, мастер мастер работы, телемастер мастер мистер, мастер бана. Опять же, хочу заострить внимание, хоть тема не другая, бих мошу жуку жукру мошу кода. Чем дальше вы будете приходить к источнику времени сонастройки по исходу поля межикрбата, когда у вас придет 21.12.2021 число, летах мошу жуку жукру бота, эта матрица будет давать распределение в потоке межикрмашрбата. И чем ближе вы к этой дате, тем больше будет возникать у вас экспериментальных работ. Летах мошу работы. Здесь нужно быть в энергоносителе, здесь нужно быть в энергоемком коде для себя, их масса работы, ни в коем случае не потерять хоть 1 мегагерц вибрации. Либо же кожу кормошу работы. Очень важно сохранять состояние системы своих энергетических работ. Мы же кормошу работы, потому что эксперименты, чем дальше, тем сложнее, тем жестче они проявляются на человеческой стати. Литах мошу же козык митами, синтелемасен бижи, масса кормошу работы, кормошу коды. Поэтому здесь однозначно то, что с вами происходит, это экспериментальная работа. Если бы было так просто и всем захотелось этой качественной жизни, бижи кормошу работы, кормошу же кормошу работы, вам бы не прошлось по 5-7 лет активно работать над своей осознанностью, чтобы взрастить эти показатели и переиндексировать эти знания в свои осознанные состояния и, соответственно, воплотить их в жизнь. Бижикрамашрабасхарбата тоже кода. Почему, например, пожилые люди не умеют управлять сотовым телефоном до сих пор? Бижикрабат, сенсорные экраны вообще не им в тягость. Алидах Масхат, потому что программы такие. Они не могут больше взять, осознать, активизировать мужикрубошработа. Естественно, они находятся на своем поле. Они и будут дальше в источнике этого поля находиться до конца жизни. Либо же кожа грубота. Вы осознанные существа. Чем больше вибрации, тем больше познаете, тем больше из матрицы выводите кодов для новых знаний.
знаний бижбат, у вас создается новый интерес, вы получаете еще более активные формы бижбат от тех же знаний, которые приходят вновь и вновь к вам. Это бесконечный процесс. Бижбат, человеческое состояние 2% в третьем формате активизирует сознание. В системе четвертого модуля 62% – это колоссальный процент. У вас возможности огромные, и каждое состояние потока будет вам создавать новый жизненный интерес. Вам захочется жить. Межикра Машрипада. Не так, как ваши предки доживают и говорят, конец бы пришел, наконец. Мих Машрипада. Последний день бы прожил я. Бижукрубота устал уже от этой жизни, потому что нет интереса, нет энергии, физическая форма истощена, бижукрумада, мозг не работает так, как надо, потому что не могут отформатировать новую программу, потому что нет энергии. Лиза Мишемашрибата, но если вы будете вкладывать в себя сейчас энергию, активизировать форму состояния своих основ, то же Машрибата, естественно, у вас поле деяния будет другим, Бижемашкана, качественная жизнь будет создавать вам плоды, и каждый завтрашний день будет давать вам новый жизненный интерес. Лима Сабата, вопрос в другом, как туда перейти? Мих Масрабата. Мы об этом говорим 5 лет. Мих Масрабата. Трудитесь над собой, вкладывайтесь в себя. Вы же работаете усиленно, работаете с вибрационным полем. Бижи Масрабата. Сколько мы говорим вам? Бижи Масрабата. Кто-то слышит, кто-то нет, кто-то активно является участником, потом снижает свои параметры. Бижи Масрабата. Но здесь только осознанный подход. Лима Самашка. Только в осознанном подходе вы сможете перейти. Лима Масрабата. И чем дальше вы переходите в основу, Дими Синтели Масрабата. Естественно, тем сложнее проходить эти экспериментальные состояния. Бих Масрабата. Но каждый придет к своему пути, Бижикрума Шрипада. Придет к пути то, что заказала его пути душа. Бижикрума, да, насколько ваше сознание может воспринять те или иные программы, Бижикрума Шрипада, Масрабата. Если программы, то, соответственно, вы сможете считать более глубокий материал, в том числе и финансовые программы, которые дадут вам источник более благий. Рейх Масантимишра Масрабата. Качество жизни будет другое. В состоянии любви, в состоянии финансов, Бижикрума Шрипада, в состоянии поточности общего поля работы, все, что касается матричных программ. Лидах Масрабата. Нужно сделать шаг, чтобы перейти дальше. Бижикрума Шрипада. Чтобы ступень создала вам лестницу, Мих Масрабата, нужно что-то созидать. Масрабат, направлять энергию и заполнять себя. Линзы Машишукозах, Мита Машхада. И только в этом состоянии вы сможете, как созидательная основа, даже грубота, как единица Вселенной, Бих Масрабата, на этой земле, даже грубота, каждая душа, это Бог, Лима Сарбата, быть творцом своего мира в первую очередь. Ритах Машишукозах, Мита Лимисинтухурмосарбона. Поэтому есть время, стремитесь к основам Бижбашхады, используйте активные инструменты Бижукрумашрупота, принимайте различные знания, насколько отзывается вам сердечно от разных мастеров, активизируйте их в своих формах, Тимашрупат, проводников сейчас будет масса, Мих Масрабата, каждый по уровню сознания найдет свое, Лиджи Кужукрумашрупота, и ваша задача, естественно, зафиксировать эти знания и применить их в своих формах, главное, чтобы хватило силы и мощи, Мишкрабата, силы и мощь вы знаете, как накапливать, Мишкрабата, не занижать состояние аватара, Мих Масрабата, активизировать свои энергетические формы эмоционального центр на более благостный ресурс, гармонию, баланс, Мишакрабата, чистить свое сознание, Бихмашрабата, вкладываться в себя, Бихмасрабата, никто, кроме вас, не отлатает ваше состояние, помните об этом. Римашакурмашрабата, наша задача лишь помочь и направить. Домасрабата, ваш выбор, Бихмасрабата, в каком поле быть. Римашакурмашрабата, и на сегодня он действительно актуален, потому что Бижакурбата, каждый из вас перед выбором стоит в основе, но осознанное состояние подхода, это приоритетная форма. Римашакурмашрабата, поэтому выбирайте свой путь, Мишакурбата. У вас еще жизненный долгий путь. Мих Масрабата, как его прожить, в каком качестве, все зависит от вашего сознания. Бижи Масрабата, ваше сознание – это ваша вибрация. Бижи Крумода, определите качественную форму и работайте над собой. Ну вот на такой ноте мы с вами прощаемся. Спасибо огромное за вопросики. Кто у нас там приз сегодня получает, отправьте администраторам свои данные. Я обязательно отправлю вам аудиоматериал по вашим запросам. И, соответственно, будем дальше встречаться, будем дальше общаться, познавать, понимать и дальше идти по этому пути. Каждому свой путь, каждому свой выбор, поэтому настраиваемся на лучшее. Всем рибаса и всем до новых встреч!